иметь чудесное общение у ног нашего Иисуса Христа. И мы желаем, чтобы сегодня благодать Божья она здесь присутствовала. Мы сегодня сознаем, что сегодня этот мир весь, он в грехе находится. Но благодарение Богу, что когда-то Бог по своей великой любви и милости послал Сына Своего Иисуса Христа. И Он дал эталон нам любви, эталон святости. И Он, чтобы мы стремились к этой святости. И мы благодарны Богу, что мы можем сегодня петь об этом говорить, об этом молиться, чтобы взирать Его как на начальника и совершителя веры, иметь с Ним общение. Мы рады вместе с вами сегодня прославлять нашего Господа. Мы рады петь о Нем, мы рады сегодня молиться Ему. И мы сегодня жаждем, чтобы Он своим Духом Святым присутствовал на этом месте, чтобы нам все вместе сегодня единым сердцем прославить Его, иметь общение с Ним. Пусть имени Ему сегодня будет хвала. Чтоб мир спасен и стал.
Слава Богу, брати і сестри! Ми вдячні Богові. Бог робить чудеса, що і зимою, сонечко як літом, так? Хоч низенько, не так високо, але слава Богу, що сьогодні тепло, ми ще раз можемо прославити ім'я Господнє. У мене є прохання, хто є брати, служителі, проповідники. Звичайно, всі не зможуть проповідувати, але я просив би, щоб підійшли сюди ближче. Всі, хто є, може ми кого не знаємо, прошу сюди ближче, будь ласка. Всі, кого використовує Господь для своєї праці, хто має слово від Господа, будь ласка, просимо. Ми всіх не можемо назвати по імені, але прошу, будь ласка, сюди підходьте вже. Прийшов час, ми ще чекали, вже навіть трошки зачекалися. Будемо розпочинати служіння. Я прошу, дуже, дуже прошу, всі, хто там за плотом, брати, ті, які дивляться за порядком, будь ласка, попросіть всіх зайти в подвір'я. Включно всіх, дітей, всіх, і там, щоб був кругом порядок. Є відповідні люди, і ви повинні їм покоритися. Дуже просимо. Я знаю, що сьогодні вас ніхто силоміць не заставляв сюди йти чи їхати, ви по доброй волі. І Бог нікого не заставляє. Свого часу я не раз дивуюсь. Христос сказав, коли 70 відійшли до 12, каже, ви не хочете. Але один з них каже, куди нам іти? Ти маєш глаголи вічного життя. Алілуя нашому Богу. Розпочинаючи служіння, вони співають молитвену пісню. Почуй мене, Боже, коли я сумую. Ще раз наголошую, всі, хто є брати, служителі, будь ласка, підійдіть сюди ближче. Всі, кого вживає Господь, прошу, щоб не наголошувати, близенько сюди ставайте. Хто сидить, давайте піднімемося і будемо співати пісню. Серед
Хто має де присісти, будь ласка, можете присісти. Читаю Боже Слово, Євангеліє Луки, слідуючи такі слова. З 24 розділу, 13 віршик. Того ж дня двоє з них йшли в село, що було стадій за 60 від Єрусалима і звалося Емаус. І розмовляли між собою про всі ці події. І коли вони розмовляли і міркували між собою, сам Ісус, наблизившись, пішов з ними. Але очі їх були стримані, так що вони не пізнали Його. Він же запитав їх: «Про що ви, ідучи, обмірковуєте між собою? І чому таки засмучені?» Один з них, на ім'я Клеопа, відповів, кажучи: «Невже ти один з прибулих у Єрусалим? Не знаєш, що сталося в ньому в ці дні?» А він запитав їх, що саме. Вони ж розповіли йому, що було з Ісусом Назарянином, який був пророком сильним у ділі й слові перед Богом і всім народом, і як первосвященники й старійшини видали його для осудження на смерть і розп'яли його, а ми надіялись, що він є той, що має визволити Ізраїль. До того ж, оце вже третій день, як все це сталося. Але деякі жінки наші здивували нас. Вони прийшли до гробу та не знайшли його тіла, повернулися і розповіли нам, що бачили явлення ангелів, які кажуть, що він живий. Коли вони наблизились до села, до якої йшли, він робив вигляд, ніби хоче йти далі, а вони стримували його, кажучи: «Зостанься з нами, бо вже вечоріє, та й день уже кінчається». І він увійшов, щоб залишитись з ними. І вони сказали один одному: «Чи не палали серця наші в нас, коли він говорив з нами по дорозі, пояснюючи нам писання?» Брати і сестри, всі ви добре знаєте цю подію, її часто читають, особливо на пасхальні свята, як двоє учнів ішли в Емаус, сумні, перелякані, стільки за декілька днів пережили, вони тішились не раз за Ісусом Христом, вся надія була на Нього, але вони не знали. Вони думали, що Він збудує їм земне царство. І навіть одного разу допитувалися і просила одна мати: «Скажи, хай ось ці двоє моїх синів сядуть, один ліворуч, другий праворуч». Хоч не раз Христос говорив, що має Він померти, що як будуть знущатися над Ним, що має все це витерпіть, вони не зрозуміли. Ішли засмучені. І ось якийсь незнайомець. Очі їхні були стримані, підходить і каже: «Чому такі засмучені? Про що це ви, ідучи, розмовляєте між собою? Скільки сьогодні є людей, ми бачимо на наших вулицях засмучені, голови опущені, щось розмовляють. Як Євангеліст Лука записав, що народ буде в страху, від чекання, в тремтінні, від чекання того, що йде на землю, сьогодні багато говорять, але не бачать. Так близько є Ісус Христос, як цих двоє. Він ішов поруч з ними, але вони не зрозуміли, очі втримані, засмучені. Друже, може ти сьогодні засмучений йшов? Може не маєш сили піднятися? То я хочу сказати, Іоанн каже, Бог є любов. Він любить тебе. І Він сьогодні поруч. І ось коли він ішов, пояснював їм писання, і зробив вигляд, що хоче йти далі, але вони стримували і просили: «Зостанься з нами». Брати і сестри, я хотів би, щоб сьогодні постійно наша молитва була, і наше прохання: «Господи, зостанься з нами». Коли вони впросили, він зайшов до їх, вони пригостили, розламав хліб, відкрились їхні очі, і вони кажуть: «Чи ж не палали наші серця?»
Любі, коли Господь благословить, буде серце палати. Тобі захочеться всіх обняти. Я пам'ятаю, коли одного разу в одному місці на Волині нам прийшлось бути, і молились, і Господь хрестив одну жінку, вчительку, яка тільки на площі покаялась Духом Святим. І в домі молитви молились, і коли Господь її наповнив, вона обнімала сама себе і кричала: «Який добрий Ісус!» Я дивився, як той старий служитель почав навіть аж тупати так ногами, пережив, що вона так кричить. І багато людей, коли я підійшов до неї, і дивлюся на підлозі, лужа сліз, питаю, що трапилось. Вона говорить іншими мовами і кричить: «Який добрий Ісус!» Написано: «Попробуйте, скуштуйте, який Він добрий!» Брати, сестри, давайте сьогодні будемо молитися. Відкриємо своє серце, може сум стиснув тебе сьогодні, і ти не маєш виходу. Але я часто пригадую, як розповідав один брат. Було дуже тяжке життя. І одного разу він побачив таке видіння. Берег мора, і на березі цього моря сліди двох ідучих. А коли було дуже тяжко йому, він бачив сліди одного ідучого по цьому березі моря. І він впав і плакав: «Господи, коли мені тяжко, ти залишаєш мене!» Але почув відповідь: «Сину, коли тобі тяжко, то я беру тебе на руки і несу, і тому ти бачив сліди одного ідучого!» Сестри, брати, скільки раз Господь нас ніс на своїх крилах, каже: «Я носив вас на крилах!» Алілуя нашому Богу! І сьогодні попросимо, хай підніме Він нас над цією суєтою, коли сьогодні світ чекає, і катастрофа за катастрофою, щось чекають люди, і не знають чекання вся земля. Але ми сьогодні чекаємо, як апостол Петро каже, нового неба і нової землі, на яких панує правда Господня. Скажіть, що ви є сьогодні тут, такі, як є. Я ще пригадую такий випадок, і ми зараз будемо молитися. Сьогодні у нас є багато тих, які зможуть служити Словом Господнім. Але я пригадую, як один чорнокожий африканець, коли завжди приходив на служіння, то він старався стати близько, аж там біля проповідника, і все стояв, молився, і час від часу казав: «Ісус, джо тут?» Він хотів, щоб Ісус знав, що Він є тут, і все повторював: «Ісус, джо тут?» Але одного разу, коли трапилось нещастя, він оказався в лікарні в тяжкому стані, безвиходне положення. І коли він так лежав, побачив палату, осяяло світло і почув голос: «Джо, Ісус тут!» Алілуя нашому Богу! І тому, схиливши свої коліна, хто сидить, піднімемося, щиро молимося і скажемо, що ми є сьогодні тут. Молимося, брати, сестри. Хто сидить, піднімемося. Алілуя. І просимо, зостанься з нами, будь, Господь, сьогодні тут. Алілуя. Споглянь, Господь, на нас усіх, вилий Твою благодать. Оживи, Господь, потоками Твоєї живої води. Вилий благодать на благодать. Наповни, Господи, сьогодні уста й серце тих, які будуть говорити, тих, які будуть слухати, щоб сьогодні наше серця палали до Тебе, алілуя. Щоб сьогодні серце наше було сприйняти все те, що сьогодні хочеш Ти подати народу Твоєму, бо Ти сказав: «Жаль мені народу, не хочу відпустити неївшими». Ми віримо, що Ти сьогодні не відпустиш голодними, але Ти сьогодні нагодуєш, Ти сьогодні зігрієш теплотою Твоєю. Слава Тобі, Господи! Говори сьогодні до серця Духом Святим, використовуй рабів Твоїх, рабинь Твоїх, Господи! Це все буде на збудову церкви для слави Твоєї! Алілуя! Сповіщай, Господи, волю Твою народу Твоєму! Ці останні часи запалюй, Господи, більше і більше вогнем Духа Святого! Хай вогонь горить на жертвеннику і не гасне, щоб Твоє ім'я було сьогодні звеличене! Хрести Духом Святим, бо Ти є хрестящий. Алілуя, спасай, бо Ти є спасаючий. Слава Тобі, Господи. Лікуй сьогодні, бо Ти є цілитель, врач. Алілуя, слава Тобі. Все ми, Господи, віддаємо. Все повністю для Тебе, щоб Ти був возвеличений. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. А зараз слухаємо пісню. Хто має де присісти, будь ласка, сідайте. Волі Словом. І ви знаєте, преодолели каждый своє розстояння, правда?
щоб для того, щоб сюди приїхати, прийти, хто-то спішив очень. І ви знаєте, в Слові Божому є, як лань желає потоком води, так я желаю тебе, Боже. Давид когда-то имел конницу, колесницы, имел царство свое, имел людей, которые ему пели, увеселяли его, имел прекрасных жен, имел прекрасных сыновей, имел целое царство, был, кажется, ему было от чего получать удовольствие. Но однажды сказал: только в Боге успокаивается душа моя. Да, друзья, мы сегодня приехали, кто-то может спеть, кто-то может сказать, но все мы приехали для одного, чтобы испить от престола Божьей благодати, испить живой воды, которая есть Его Слово, напитаться этим Словом и Духом Святым исполниться, почувствовать Его, да, друзья, дорогие, пусть Ему будет вечная слава, и мы все сегодня стоим перед Его глазами, мы сегодня Его чувствуем, присутствие, пусть Ему будет вечная слава, но пусть нас Господь поможет преодолеть вот земное притяжение, мысли, смущения, для того, чтобы еще больше прикоснуться к Ему, чтобы напитаться от Его вечной этой славы. Пусть Ему будет вечная слава за все. Без тебя не справлюсь.
християн на пути. Через испытания все пройти. Помоги мне, Господи, помоги. Ми сьогодні маємо багато братів, сестер, які хочуть засвідкувати, як Господь їх врятував. Хай Бог благословить, прошу. Приветствую всех, кто любит Господа. Слава Богу нашему. Слава Иисусу. Написано в Слове Божьем, Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших. И я лично с той категории людей, которые когда-то погибал. Я хочу засвидетельствовать о славе Божьем, Божьей, о том, что сделал со мной Господь. Я сам родом из Сумской области. Сейчас живу в Киевской области. Когда мне было 4 года, у меня умер отец, и моя мама с нами тремя детьми ничего не могла сделать. Меня воспитывала улица, учил жить этот мир. И ничего доброго меня не могли научить. Я рано познал грех. Благополучие меня научили достигать позиции силы. И когда посадили старшего брата, потом среднего, все говорили, за этим тоже тюрьма плачет. Ничего доброго мне не было, никакой перспективы в моей жизни. И так я жил. И когда мне дали 3 года, 18 лет, я благодарил Бога, что мне так мало дали. И вот уже находясь в тюрьме, там, где отсидели мои старшие братья, я жил, ну как хотел, как можно жить человеку преступной жизнью. И вот там, в тюрьме, я задал себе вопрос, а что дальше? Ну, так это быстро прошло. Молодость, романтика. В тюрьме я узнал, что такое наркотик. И когда освободился, до меня приехали друзья с Одессы, с которыми вместе сидели, и они дали мне попробовать. И вот, когда я попробовал, я подумал, это, наверное, то, что я искал за короткую жизнь. Мне понравилось. Тогда я еще не понимал, в какие сети попал. Нормального сына. Все говорили ей, делай аборт, он же наркоман. Она говорила, нет, пусть я ей говорил, делай аборт, потому что я наркоман. Она говорит, ты застрели меня, но я не буду делать. И она родила. Но и это меня не остановило. Жизнь продолжалась. Мне не хотелось жить. Мне не хотелось приносить горе своим родным, близким. Этот позор, позор моей матери. Она приходила, плакала. Все родственники пытались как-то помочь мне. Ничего не получалось никого. Я ушел из семьи. И так дальше жил. Снова совершал преступление, меня закрывали, сажали, я выходил, и на наркотик не мог бросить. Я несколько раз пытался закончить жизнь самоубийством, я резал себя, меня зашивали, травился, откачивали. Просынался в реанимациях, смотрел по сторонам, пристегнутый наручниками, не мог ничего с собой сделать. Бог хранил меня. И вот однажды, после очередного преступления, меня привезли на Сумскую тюрьму. И когда обследовали меня, врачи сделали диагноз, лечению не подлежит. И меня привезли назад и выгнали из КПЗ. И начальник милиции собрал всех оперативников и сказал, если он выживет, и кто-нибудь из вас приведет его еще раз, я вас выгоню с работы. И в таком состоянии я пошел жить. Снова. Я весь гнил, у меня не стало вен, много хронических болезней. И кому нужен такой человек? От меня отвернулись друзья. В том городе когда-то я имел свой авторитет, уважение, меня все игнорировали. Я ходил и собирал окурки по городу. Все презирали меня. Мама приходила, плакала, смотрела на меня. Она видела, что ей сказали, умрет. Родственники поверили милиции, врачам. Они купили мне гроб и заказали на кладбище место, где хоронить. В таком состоянии я существовал. Наркотик не мог я бросить. И вот однажды Бог прислал для меня друга моего, с которым мы многие годы кололись, и который приехал и начал проповедовать мне об Иисусе.
Я видел его, жизнь. Я понимал, что другой человек, не тот, с которым я когда-то кололись. Я ради уважения только слушал его. И когда он говорил, поехали со мной, тебе надо на служение, я смеялся с него. Я, ты готов, говорит, уже приехать со мной? Я говорю, да, готов уже и гроб, и в сарае. В таком состоянии жизнь продолжалась. И вот однажды, это он уже рассказывал, он молился, и ему Бог проговорил, едь, забирай его. И он приехал, а я был уже в предсмертном состоянии, я знал, что у меня остались какие-то мои часы жить. Я терял сознание, весь был черный, гной, трофические язвы на теле. И он взял и привез меня в Киев. Привез в церковь Бога Живого, на Рижний камень поселка Бортничи. И вот когда я зашел в этот молитвенный дом, я никогда не видел таких домов. Я не видел людей, которые стояли, протягивали мне руку и говорили, приветствую тебя, брат. Я был весь черный, небритый, губы обкиданы у меня, заражение крови. Они улыбались, протягивали мне руку. Я не понимал, что делается. Я думал, попал на какую-то другую планету. Но когда началась проповедь, я сидел в зале, проповедник проповедовал, я не понимал ничего, что там говорилось. Ну, я само что-то происходило. Я помню все проповеди, которые говорились там. И вот когда в конце служения проповедник начал проповедовать и призывать к покаянию, я не знаю, что со мной происходило. Меня что-то подняло. Я посмотрел по сторонам, думал, меня кто-то подталкивает. Никого не было, все сидели, смотрели. Я говорю, я пойду своему другу. Он говорит, да еще рано. Я сидел, и вдруг я не смог уже сидеть. Я поднялся и пошел. Я никогда не видел, как каются. Я не видел даже по телевизору, как это надо каяться, что говорить. Я пришел за кафедру и стал на колени. Я начал просить Бога, Боже, ты прости меня. Я не хочу так жить. Ты освободи меня, измени мою жизнь. Встала в церковь, начали молиться. Служители возложили на меня руки. И что-то за мной произошло. Дух Святой сошел на меня. Я начал плакать. Закончилась молитва. Я встал, увидел зал. Пол тысячи людей, и все плакали. И я плакал. Это, наверное, впервые в жизни. Я никогда не плакал. Не было такого состояния. И вот, когда я встал, я увидел себе, что какие-то изменения. Когда я поднимался на ступеньку, меня поддерживали. Со ступенек я уже сошел нормально. Я пришел и сел. Ничего не понимаю, со мной что-то происходило. Я спрашиваю друга, а что делать с сигаретами? Я ж курил почти 30 лет. Он говорит, пойди выбрось, ты свободен. Я пошел выбросить. С 1 августа 99 года я свободен. Сегодня 3 года, 3 месяца и 17 дней, как я принадлежу Богу. Сегодня я понимаю, что я самый счастливый человек на этой земле. Может, вы каждый по-своему счастливый, но я думаю, счастливее, чем меня нет. Я спасенный, я принадлежу Ему. На 10-й день Бог крестил меня Духом Святым. Через месяц я принял водное крещение и сейчас служу христианскому арбатянцу в Буче. Служу таким же, как я, погибающим, отвергнутым, которые гниют, которых никто не принимает. Сегодня я служу. Это мой образ жизни. Тот, кто спасен, кто из вас спасает. Этот закон мира вам стала благодать. Я как тот расслабленный, которого принесли некоторые. Нашлись в моей жизни люди, которые молились за меня. Со мной приехали братья, которые постились за меня, которые ухаживали за меня. И Бог восстановил меня. Сегодня я чувствую себя хорошо. Я служу Ему. Я учитель воскресной школы. Проповедую по притонам, наркоманам, ближе по другим городам, здесь в нашем центре. Также проповедую Евангелие. Жизнь имеет смысл. Да. Я когда-то понимал никчемность своего существования. Я видел тупик, я не видел никакого выхода. Но сегодня я вижу Иисус, здесь жизнь. Да. Сегодня я могу сказать такие слова, они не громкие, но они на моем сердце. Для меня жизнь Христос. А смерть и обретение. Я никогда не боялся смерти, потому что был безумный. Я заканчивал свою жизнь самоубийством.
Но сегодня я люблю Иисуса. Я хочу жить и служить Ему. Пускай вас все Господь благословит. Аминь. Слава нашому Господу! Славу! Ви знаєте, слухати свідоцтва і слухати Слово Боже, і бути в такому собранні – це дуже добре. Дуже добре. Що ми є тут всі на цьому місці і можемо слухати про нашого великого чудного Бога. Я знаю, якщо б отут хтось вставав з нас, отут всі, могли б щось сказати про милість Божу. І такі співаємо псалом, що милості Господні, споминай, читай, всі їх до однеї в серці повторяй. А чи можна їх всіх повторити? Чи можна їх всіх згадати? Коли просинаєшся зранку, це є милість Божа, коли відкриваєш очі, і ти є живий, ти бачиш сонце, ти бачиш, маєш здоров'я, слава Богу, це є милість Господня. Слава Богу. Я буду читати одне місце Слова Божого. Де записано 15 Матвія із 21 вірша. Вийшовши звідти, Ісус пішов у сторону Тирський Содомський. І ось
Жінка Хананеянка прийшла з тих околиць і благала його: «Господи, сину Давидову, змилуйся наді мною, дочка моя тяжко біснується». А він не відповідав їй ні слова. І учні його, підійшовши, просили його: «Відпусти її, бо кричить услід за нами». Він же сказав у відповідь: «Я присланий тільки до овець дому Ізраїла». Вона ж, підійшовши, вклонилась йому і сказала: «Господі, допоможи мені». Він же сказав у відповідь: «Недобре взяти хліб у дітей і кинути собака». Вона відповіла: «Так, Господи, але ці собаки їдять крики, які падають зі столу Господнього». Тоді Ісус сказав у відповідь: «О, жінко, велика віра твоя, нехай станеться за бажанням твоїм». І дочка її видужила у той же час. Слава нашому Богу, що він є Бог живий, Бог той, який спасає, який лікує наші тіла, який лікує наші душі і дух наш. Ніхто із людей не може лікувати душі людські, духа людського. Тіло є такі моменти, що і теж розводять руками. Але, брати мої сестри, і всі, хто в цьому місці, є серед нас той, який бачить і знає все. І він є, ми читаємо, він є Бог всемогутній. Він є Бог всемогутній. І як я казав, що якби хтось свідкував на цьому місці, то мало було б часу свідкувати про ту милість Божу і про могутність Божу, яку Господь вів над нами. Я читав про місце, яке вам свідкує про жінку, яка мала хвору дитину, беснувата. Її кидало, пускає піну, і отака хвороба. Епілепсія, припадки, як ми кажемо. І це дуже її страшило, вона хотіла, щоб лікувати її, але ніде не могла знайти такого лікаря, який міг би вилікувати. І сьогодні, якщо там ми знаходимо, знаємо, що колись у Галиці там було дуже багато таких людей. І в той час, коли Ісус Христос був на землі, теж дуже багато було таких людей. А сьогодні, ви думаєте, нема так багато людей таких? Дуже є багато людей таких, які хворіють такою хворобою. І ніхто не може їм дати ради, ніхто не може їх полічити, ніхто не зможе їм дати того, чого вони хочуть. І ось одна жінка. Оця жінка, яка просила у Господа, підійшовши до нього, і просить: «Змилуйся до мною, син Давидів, дочка в мене жорстоко біснується». Це є така коротка молитва. І ми бачимо, що Христос іде далі. Якби не звертає уваги, здалося б: «Господі, ну чому ти не стоїш? Чому ти не останавлюєшся? Чому, Господі?» Христос іде далі. Учні благають, кажуть: «Господі, так чуєш, відпусти ж неї, кричіть за нами». А він їм каже: «Я тільки послан овцям дома Ізраїлева». А вона підходить до нього, кланяється, стає перед ним на коліна і благає: «Допоможи мені». І вмісто того, щоб допомогти, щось сказати добре слово, а він говорить їй: «Недобре взяти хліб у дітей і кинути собакам». О, якби хтось почув такі слова, мабуть би образився б і пішло. Але вона не образилася. Вона побачила своє життя, свої поступки, своє, хто вона така. І вона відповідає: «Так, Господі». Згідна на його слова: «Так, я відносуюсь до тих людей. Так, я із тих людей. Але поможи мені. Бо і кришки падаючи, які падають з столу Господа, і вони їдять, собирають, підбирають їх». І тоді вже Христос, бачивши її віру, і каже: «О, жінко, велика віра твоя! Іди, нехай буде твоя дитина здорова!» І в той час, браття мої сестри,
Я сказав, що він є Бог, любящий і Бог спасаючий і оздоровлюючий. Одному собранні, коли був заклик Господній, і таке Боже благословіння було, молитва була дуже така щира. І я дивлюся, як піднімається одна жінка і кричить: «Я так далі жити не можу! Я так далі жити не можу!» Друже мій, подруга, яка прийшла на це місце, у цьому світі жив-жила, і ти, побачивши своє життя, зрозуміла, що так далі жити не можна. Так. Далі так жити не можна. І ти треба до Христа Ісуса. Ніхто тобі не поможе. Брат свідкував про те, який він був так. Якби не Христос, він був би загинув і назавжди був би в пеклі. Але рука милості Божої, вона простерта над ним була. І милость Господня явна була. І він спасенний є сьогодні. Слава Богу! Слава Богу, за Вишня привів нас всіх на це місце, побудив серце прийти. І подобно, може, як Хананіянка, ти йшов, йшла до Господа. Може, одного разу ти кликала і нема ніякого результату в твоєму житті. І ти, можливо, зупиняєшся, не зупиняйся. Іди за Господом далі. Можливо, оце як та жінка, яка йшла за Господом, я краю в одежі коснуся, я буду здорова. Її турбувало життя, її турбувала та хвороба. Вона казала: якщо коснусь краю одежі, я буду здорова. Добре бачити чоловіка, який робить роботу, добре до нього прийти. Але якщо його не видно очима нашими плотськими, як прийти до нього? Прийти до нього з вірою. Ти чуєш Слово Божеє, ти чуєш свідоцтво про те, як Бог говорить, як Бог робить, як Бог справляється своїми роботами і працює в народі Божому. Ти чуєш, ти не один раз чув або чула, як Бог уздоровлює. Віра приходить від слухання. Браття, мої сестри, віра приходить від слухання. Ти чув, ти чула, як свідкували про життя, як свідкували про ісцілення, як їй свідкували про те, як Бог ізганяє бісів. Як свідкували про те інше, і ти маєш ту хворобу, ти маєш ту справу. Нехай зародиться в тебе жива віра. Алілуя Господу! Алілуя Ісусу Христу! Учні благали: Господі, умножи нас віру! Може, вона тебе маленька, може, вона отак чуть-чуть живріє. Просив Бога: Господі, умнож віру мою! І не відступай від Бога, не відступай від Нього, іди до Нього! В ім'я Ісуса Христа йди до Нього, не зупиняйся. Може, зі сторони тобі щось кажуть. Може, зі сторони ти чуєш щось. Не вір тим голосам. Вір голосу Ісуса. Він пастир добрий. Алілуя. Він прийшов, щоб спасати, мілувати. І сьогодні він буде спасати, слава Йому. Він сьогодні буде мілувати. Він сьогодні буде твої рани лічити. Він твої болезні сьогодні буде освобождати тебе тих болезней. Алілуя. Але йди з вірою, як ота жінка не відступала. Браття мої, сестри, ми зараз помолимося до Господа. Ми підемо до Нього в молитві, як та жінка: Господі, змилуйся надо мною. Можливо, у тебе якась проблема, можливо, щось у тебе є. Іди до Нього, як та жінка: коснусь краю одежі, вірою буде, і віра твоя спасе тебе. Алілуя Господу. Давайте ми всі помолимося до Господа, щоб Божа милость, щоб Божа сила прийшла в це місце, бо без сили Божої, без милості Божої, без Господа, мені що? Молиться до Ісуса Христа. Алілуя Йому. Алілуя. Алілуя Йому. Величіє. Благословен Господь. Благословен Бог. Амінь. Альфа, омега, Дух Святий, ревалауде. Чувства вір. Амінь. Дай насоправенне. Величіє Святого Ізраїлєва. Алілуя, Аба Отче, Дух Святий, алілуя, Аба Отче, прийди, Господь, Боже, на цю місці, прийди, Господь, Духом Твоїм Святим, Аба Отче, тортися, Господь, Батько, сидеть, Аба Отче, силою Святого Духа, Раманаудис, Амен, Аба Отче, простри Твою руку милості, Господі, начуй ради народу Твого, Боже мій, Аба Отче, спасай, Господі, взяти в плен, амінь, Аба Отче, кров Христа, алілуя, амінь, очищай, Господі, крові святий Твої, Боже, Параманаудис, алілуя, ми призиваємо Твою святою кров, ми призиваємо Твою силу, Господь,
снимите с себя всякое бремя и запинающий грех, подойдите к Голгофе, ибо тысячелетия они не стерли силы, остается рука могущества на сегодня поднять, исцелить израненного и восстановить строение разрушенного твое сердце, ибо как многие души сатана загнал в тупики и показал безвыход, но ныне есть выход через жертву Голгофы для того, чтобы были многие светильники восстановлены, был долит елей на головы, храми настал мина, живут прошлыми временами, и сохли головы, мудрствует своими разумами, и продвинуться нельзя вперед. О, разве рука моя стала короче, ибо я готов миловать народ, восстановлять жертвенники, ибо приближается день великого торжества, когда выйдет возлюбленная, и весь мир увидит красоту ее, силы и славы действий Духа Святого. Ибо тот, что ремень делал, толкла мина многими годами, много ремень стал мина времени, утекло на то, что говорилось об освящении, об очищении. Но в нынешнее время, о, как важно собрать нужные вещи для переселения, потому что духи невеста говорят, приди, но что говорит сердце твое, присутствующее на месте сием, ибо я вижу, как многие закрытые, как многие обремененные, а я ныне пришел дать свободу. Итак, не делайте преткновений для благодати, ибо река направлена на место сие, и Дух Святой готов просветить разумы, дать свободу внутренности, возьмите молитвенные слова. Ибо вера должна расти на основании Священного Писания, и рука моя войдет в действие на месте сием. Аминь, аминь. Тертов тебя, Ребедосканту, ребеличание правды, народ Мремена Клаудис, Ава Оче, и те, которые были позваны, Ава Оче, и поспешили прийти на место. Есть душа, которая Ремена Клаудис, Ава Оче, хочет сделать себе зло. Ремена Клаудис, Ава Оче, истребить душу свою. Не делай этого, Ремена Клаудис, аминь, Ава Оче, но приди ко мне, Скараманаудис, Ава Оче, и увидишь благость и милость мою, Ава Оче, спасение мое. И увидишь, а в очи прославишь имя мое, говорит святый Израиль, твоей душе, Ремене Клаудес, аминь, Ава Оче. Храны святые, Ремене Клаудес, аминь, Ава Оче. Они положены на этом месте, Ремене Клаудес, чтобы врачевать народ мой, Ремене Клаудес, аминь, Ава Оче. Чтобы отказывать народу моему, Ремене Клаудес, Ава Оче, на путь правды, Ава Оче, чтобы открывать Ремене Шаудес, Ава Оче, источники мои. Ибо иссохли, иссохли, Ремене Штаудес, Гебет, аминь. Души ваши, Ремене Клаудес, аминь. Нет живой воды, Ремене Чаудес, Ава Оче. Копайте колодцы, Ава Оче, чищайте их, Ремене Штаудес, аминь, Ава Оче. И пейте воду жизни даром, Романа Скеба, ревеличение правды, аминь. И так возвещает Дух Святый, Ремене Клаудес, аминь, Ава Оче. Подойди всякой душа ко мне, Скараманавдес. И не ходи около тому круг, Ремене Штаудес, аминь. Ава Оче, но поди в смирении и покорности пред лицом мое, Ремене Клаудес, Ава Оче, и я благословлю, я сниму ношу, Ремене Чаудес, аминь, Ава Оче, я буду ликовать твои раны, и внутренностью издекую, Ремене Чаудес, аминь, Ава Оче, подойди в смирении, в раскаянии, и скажи, Господь мой и Бог мой, помилуй меня, аминь. Ради Христа
Господь, тобі слава навіки. Амінь. Когда в прошлый раз были, это было в августе месяце, в конце, и мы видели, как аисты летели на юг туда. И вы знаете, сегодня они уже там на юге, ихняя цель достигнута, за что благодарение нашему Господу. Бог так чудесно устроил природу, Бог дал им влечение, чтобы люди тут, стоя на земле, смотрели, как они стремятся все вместе, без компасов, без карт, без лоций, чтобы туда стремились на юг. Ни одно, наверное, из них не улетело на север, правда? У них нету ни карты, ничего, ни путеводителя, но каждая стая из них летела ровненько на юг. Да, друзья дорогие, и мы сегодня снова с вами здесь собраны и слышим Слово Господне, что там в вечности готовится что-то. Здесь, когда мир этот ожидает, и мир не знает, что его постигнут, кого-то берут заложники, где-то взрываются дома, где-то катаклизмы природные, где-то потопы, где-то затопления, и весь мир с тревогой смотрит в будущее. Но сегодня там в вечности готовится встреча, там Господь готовит тут невесту свою, приготавливает ей платье белое, венец этот, который может омыть кровью Иисуса Христа. О, благодарение, друзья дорогие, что Иисус Христос пришел не взять ни праведников, но пришел для нас с вами, грешников этой земли, очистить, обелить одежды кровью Своею и там встретиться. Да, друзья, те птицы уже там у себя дома, а мы сегодня готовимся к этой вечности. Пусть Господь нас благословит на этом месте, чтобы нам пересмотреть наши пути, наши светильники, наши одежды. Ему пусть за все будет вечная хвала. Глазами мокрыми от слез.
взяв, но как ты беден. Мир накормил тебя полынью, а не хлебом. Но есть один, он благо тебе. Он говорит, приди ко мне. Сьогодні в нас тут є одна сестра, я наголошую одного разу, навіть минулому році, 12-му місяці, описувала «Україна молода» про її життя і як Господь її врятував. Вона хоче розказати для слави Господній. Слава Богу! Я благодарю Бога за те, що я зараз нахожусь тут, на цьому місці. Я родилась в культурно-интеллигентной семье. В нашей семье никогда не было пьяных компаний, никогда не было ссор, никогда не было драк. Это была тихая, культурная, интеллигентная семья. У меня отец, заслуженный певец Украины, мама всю жизнь проработала в филармонии, начальником концертного отдела. И с детства нас с братом приучали к музыке, к литературе, к классике. Учили только хорошему. Но родители часто уезжали в длительные командировки, и мы с братом оставались дома одни. И я рано познакомилась с улицей. В шестилетнем возрасте я уже узнала законы улицы, и улица меня быстро подхватила и оторвала от дома. Уже к 16 годам у меня была своя компания. Там я была лидером в этой компании. И в 16-летнем возрасте я совершила преступление. Была осуждена к 9 годам лишения свободы. Когда я попала в колонию, я начинала задумываться. Тогда впервые Господь пришел ко мне. И я начинала задумываться, почему же так получилось в моей жизни. Ведь меня учили всему хорошему. Ведь меня никогда не учили врать. Но я врала. Меня никогда не учили воровать, но я стала воровать. Почему это произошло в моей жизни? И я не находила тогда ответов. Там, в колонии, я научилась профессионально врать. Там я научилась профессионально воровать и профессионально ненавидеть. Там я узнала, что такое наркотик. В колонии я пробыла почти 5 лет. И когда освобождалась, у меня были планы. Я думала, что уже не вернусь к прошлому. Я поступила в институт, пошла работать в филармонию. Но наркотик, он был рядом. Я употребляла наркотик. Но тогда он не мешал мне. И та жизнь, которую я вела, это была не жизнь, она была не настоящая, это была игра. Такой тройной образ жизни. Дома я была одна. В институте на работе я была другая, а в своей компании я была третья. Но мне нравилось все, что происходило со мной, и я ничего не пыталась менять. Я не хотела ничего менять. Меня увлекало все, что происходило в моей жизни. Мне было интересно карьерный рост. Уже через год я имела должность главного администратора Киевской национальной филармонии. У меня были деньги, у меня было положение, у меня были друзья. Ну, о чем можно было еще мечтать тогда, в то время? Но пришел такой момент в моей жизни, когда я уже не могла все это запрещать, и мне пришлось чем-то пожертвовать. И первое, чем я пожертвовала, это институт. Я не доучилась всего лишь 7 месяцев, но я с легкостью рассталась с институтом, потому что мне уже просто не хватало времени. Время шло, моя доза возрастала, и денег требовалось все больше и больше.
Я вышла замуж, и мой муж тоже был наркоман. Мы вместе с ним воровали, хотя я и работала в то время. И однажды нас арестовала милиция. Нас посадили в камеру. У меня была очень большая доза, и у меня там началась очень сильная ломка. Милиция и те люди, которые были там, они никогда не видели такой ломки. Это было страшно. Я просто не могла стоять на ногах, я падала, теряла сознание. Потом судорога, она свела все мое тело, что пять больших мужчин, они не могли меня раскрутить. Так закрутила руки и ноги. Скорая, она приезжала несколько раз в сутки, кололи меня всякими препаратами, но мне ничего не помогало. Приехало телевидение, сняли меня. В то время я была администратором филармонии, меня знали многие в Киеве. Меня сняли и показали по 8 каналам. Они не называли моей фамилии, но они сказали мое имя, сказали Лада, работник одного из культурных заведений города Киева. Конечно же, меня многие узнали, когда увидели там. Через 7 суток после того, как я находилась, приехала скорая, и врач сказал старшему следователю, если вы хотите, чтобы она умерла здесь, то вы ее еще будете держать. Ее нужно выпускать, потому что она в таком состоянии, она просто умрет. Но когда я вышла оттуда, первое, что я сделала, я поехала на притон, где можно было приобрести дозу наркотика. Конечно, меня это не остановило. К тому времени я уже была лет 8 в наркотической зависимости. Прошло какое-то время, и мое здоровье, оно стало ухудшаться. Мои внутренности, они стали болеть, руки, ноги начали гнить, это все. С мужем мы расстались. Работу я потеряла после этой съемки. И тогда мы начали уже бороться за мою жизнь, с моей семьей, с моими родителями. Мы начали обращаться к врачам, к экстрасенсам, к бабушкам, к дедушкам, всевозможные клиники, домашнее лечение, но ничего не помогало. Тогда мы решили уехать. Мы переехали в другой район. Когда мы переехали, через 2 дня я узнала, что по старику этого дома, в котором мы живем, 2 места, где можно приобрести наркотики. Когда мы уехали в другой город, мы уехали в Харьков. Но к вечеру этого дня я уже знала, где можно купить. Тогда мы собрались всей нашей семьей, собрали все деньги, у кого какие были. Деньги уже к тому времени заканчивались, потому что много уходило на лечение. Тогда мы собрались всей семьей, собрали все деньги, которые остались, и решили отправить меня за границу. Я думала, что незнание языка, незнание этих законов, ну хоть какое-то время меня смогут продержать. И когда мы приехали туда, я вышла из самолета, и как только я вышла из самолета, уже через 2 часа я держала дозу героина в руках. И тогда я сказала маме: мама, нет смысла, чем дальше я убегаю от него, тем быстрее я его нахожу. Нужно возвращаться домой, пока нас не депортировали отсюда, или пока меня здесь еще не посадили в тюрьму. Мне достаточно русских тюрем. И мы уехали домой. Мое сердце, оно было переполнено болью. И это одиночество, которое было у меня внутри, оно просто рвалось наружу, оно кричало. Но я не давала, я не пускала этот крик. Я заглушала это все наркотиком, алкоголем, компаниями. Моя семья, она очень страдала рядом со мной. Моя мать, она все годы была рядом, она никуда не уходила. И она все эти мои болезни, она переносила со мной. Все мои тюрьмы, все мои неудачи, она все это переживала, она пропускала все это через свое сердце. Она не знала, как мне помочь. И она стала мне помогать, так как понимала это. Она стала мне помогать добывать наркотики. Из дому. И шла на притоны и просто кричала там. Кричала: помогите, моя дочь, она умирает. И ей давали наркотик для меня, потому что я действительно умирала. Мое состояние, оно было ужасным. Я по много дней не вставала с постели, я не ходила. Раны, которые были на моем теле, они не давали мне спокойно жить. Я не могла ни во что одеться, потому что все сразу прилипало и промокало. Я не могла выходить из дома. Тогда я решила наложить на себя руки.
Я попыталась это сделать один раз, не получилось. Второй, третий, четвертый. Я делала это много раз, но мне ничего не получалось. Я не могла понять, почему же. И однажды, лежа в реанимации, в очередной раз, когда я пришла в себя, я сказала, зачем? Зачем вы меня спасаете? Я не хочу жить, я не могу жить так. И в эту минуту пришла такая мысль. Наверное, у меня есть какая-то миссия. Наверное, есть какая-то задача, которую я должна выполнить здесь, на земле. Поэтому я не могу уйти отсюда. И я не уйду, пока это не сделаю. Я знаю теперь, что это Господь пришел в мой разум и дал мне эту мысль. Но когда я вышла из больницы, я забыла о том, что я думала. Я забыла об этих мыслях. И я понимала, что я все равно не могу так жить. Я решила пойти броситься под электричку. Я думала, никто моих кусков тогда уже не сошьет, это точно. Я вышла из дому, прошла метров 150 и очень сильно подвернула ногу. Вынуждена была вернуться домой и на одной ноге допрыгать до подъезда. Я не знала, что Господь, Он хранит меня. Я не знала, что Божья рука, она надо мной. В это время к нам в дом начала ходить сестра. Она проповедовала Евангелие в моем доме. Но мой разум и мое сердце не принимали этого. Я потеряла всякую надежду. Я ни во что не верила и просто не хотела слушать ее. Для меня она казалась какой-то ненормальной. Я никогда не слушала, о чем она говорит. Мама еще разговаривала с ней, она слушала. Я всегда уходила. Я не верила. Я думала, академики, профессоры всего мира, они разрабатывают такие сложные операции. Они делают такие дорогостоящие операции. Они вырезают куски мозга, и человек опять возвращается к наркотикам. А здесь непонятно кто, какой силой, невидимо, дает освобождение. Нет, это невозможно. Ну, во всяком случае, в моей жизни это невозможно. И я не верила и не хотела слушать ее. Однажды я пришла домой и услышала такие слова. Как-то до этого она говорила, что я разговариваю с Богом, я молюсь. А тут я услышала такие слова. Сегодня со мной говорил Бог. Мама, ты слышишь, о чем она говорит? Посмотри на нее. Посмотри на нее. С ней разговаривает Бог. Да она же просто не в себе. Как это Бог может разговаривать с ней? Кто она такая? И говоря эти слова, я не знала, что через очень короткое время Бог будет со мной говорить. Она продолжала молиться. Она заявляла нужду своей церкви. Молилась церковь за меня. И мама тоже стала молиться. Мама, она молилась и говорила такие слова, Господи, спаси. Она не понимала, о чем она говорит. О каком спасении она просит. Но она говорила только эти слова, Господи, спаси, Господи, спаси. Я попала в больницу на ампутацию одной ноги. В день операции пришел врач и сказал, что мы не можем тебе сделать операцию, потому что твой организм в таком состоянии, тебе нужно какое-то особое лекарство, какой-то особый препарат, но его нет, мы заказали из Америки, его нет, поэтому операцию откладываем на несколько дней. Но это лекарство не пришло на следующий день, оно не пришло через два, через три дня, оно не пришло через неделю, через две недели меня выписали. В это время приходила эта сестра, которая проповедовала нам, она приходила, у нее три маленьких сына, младшему было 7 лет, и потом я уже узнала, что они молились и постились за меня. Вот этот маленький мальчик, 7-летний, он постился за меня. Тогда я не понимала этого и не знала. Когда она пришла в день операции, увидела, что я все в этой же палате, все в этой же кровати с двумя ногами, она прыгала, радовалась и кричала, слава Богу. Она говорила, аллилуйя. Я на нее смотрела и говорила, какая аллилуйя, о чем ты? Я не понимала, о чем она говорит. Но она продолжала молиться. Молилась моя мама. Будучи неверующей, мама молилась. Через 4 месяца я попала на ампутацию второй ноги. И опять Господь сохранил мне ногу. Я сделали 4 операции на одну ногу. Поставили туда искусственную вену. И врач сказал, что 1,5 года я не смогу ходить. Я не смогу давать нагрузку на эту ногу. Через 2 месяца я вошла к нему в кабинет на своих ногах. Он на меня смотрел и сказал, это просто чудо. Я просто удивлен, как вам удается
выкарабкиваться из таких ситуаций. После этого я перенесла еще 2 микроинсульта. Это тяжелые были микроинсульты. Меня парализовывало, отнимала речь. И я думала, что уже все, я умираю. Ну, и у меня не было желания жить. Я не хотела жить. Я не видела смысла в своей жизни. Я перестала бороться. Я перестала мечтать. Я перестала говорить хорошие слова. Я не умела любить. Любовь, она проходила как-то мимо меня все эти годы. И смерть, она... Я перестала смерти бояться, потому что она так часто была рядом со мной, она дышала в лицо мне. И я перестала ее бояться. Так много ее было возле меня, люди, они умирали в моем доме, они умирали у меня на руках. И каждый раз я понимала, что со мной будет то же самое. И чья-то смерть, она перестала производить труд, перестала что-то производить в моих сердцах. Я не реагировала уже на это. Просто ждала своей очереди. Потом мы поехали с мамой в диагностический центр и сделали полный диагноз, полное обследование моего организма. И компьютер выдал бумагу, где было сказано, что у меня полный распад внутренности. Что у меня нет ни одного органа, который бы нормально работал. Все повреждено внутри. И врач тогда сказал, что мой организм находится в таком состоянии, что он не может существовать без наркотика. Как только я наркотик попытаюсь оставить, я сразу же умру. Или от болевого шока, или от сердца. И весь этот страшный список завершала ВИЧ-инфекция. Все, это была точка. Я понимала, ничего уже нельзя изменить. Но именно в эту минуту, когда я поставила точку, когда весь мир поставил точку, пришел Христос. Слава Богу. И поставил запятую. И моя жизнь, она изменилась полностью. Когда я сказала, что я никогда не оставлю наркотик, я буду колоться всегда, до последнего дня своей жизни. Не было смысла оставлять его. Не колоться, умру, колоться тоже умру. Какая разница? К тому же у меня начался еще и мокрый плеврит, отек легких. Я уже не могла лежать. Мне подкладывали подушки. Потому что как только я ложилась, я сразу задыхалась. И однажды я пришла домой, мама мне говорит: «Лада, ты будешь оставлять наркотики?» Я говорю: «Конечно нет, ты же знаешь». Она говорит: «Ну вот, ты знаешь, есть возможность». «Мама, я не верю больше ни во что. Для меня нет никакой возможности». Она начала рассказывать, что совсем недалеко от нашего дома, рядом в поселке, есть центр социальной реабилитации, женский. Что много людей там получают освобождение. Сестра, которая ходила к нам, она все время рассказывала об этом. И непонятно для меня, на то время я согласилась поехать. Посмотреть, что же там происходит. Когда умер мой друг, это было за 2 месяца до того, как мы с мамой говорили на эту тему, о центре, я была на похоронах у него, он умер от плеврита, такого же мы с ним вместе заболели. Когда его уже опускали в гроб, вдруг все люди начали говорить: «Боже, помилуй его, Боже, помилуй». И возвращаясь домой, мне пришли такие мысли, а может быть после смерти есть продолжение? Может быть, это не конец. А что же дальше? И на протяжении 2 месяцев я часто возвращалась к этому вопросу. Я стала думать об этом. И тут я согласилась поехать, посмотреть, что же там, что это за центр, что там за люди, вообще, что там происходит. Я, конечно же, не давала никаких обещаний. Я сказала: «Мы едем на экскурсию». К тому времени я уже имела двойную зависимость, это алка и алка. Мне нужен был и алкоголь, и наркотик одновременно. Мы приехали в Бучу, переступили порог молитвенного дома. Я была в наркотическом сильном опьянении, в алкогольном тоже. Мы переступили порог молитвенного дома, и
Первое, что я увидела, и первое, что произвело на меня впечатление, я видела очень много своих знакомых. Я видела очень много своих знакомых, тех людей, с которыми вместе употребляла наркотик. Я смотрела, и я была просто удивлена. Единственное, что я могла говорить, как и этот здесь? Мама, смотри, вот этот здесь. Я просто смотрела большими глазами на этих людей, и я не понимала, что они делают. Потом началось слушание. Я впервые в жизни услышала проповедь. Я впервые в жизни услышала слово «жизнь». Я никогда до этого не была в подобных собраниях. И я никогда не слышала проповедь. Мне было, конечно, все непонятно. Это были странные слова. Но мне было интересно, о чем говорить этот человек. Последнее, что произошло в тот день, это когда стали молиться. Сейчас, уже зная Бога, я знаю, что именно в ту минуту Господь коснулся моего сердца. Когда стали молиться, когда эти наркоманские опухшие руки поднимались к небу, когда эти наркоманские беззубые рты славили Бога, что-то произошло в моем сердце. Я достала сигареты из кармана, протянула их маме и сказала: «Мама, выброси, я никогда больше не буду курить». И я не знала, что так и будет в моей жизни. Еще через 2 минуты я сказала: «Мама, наркотик, который остался дома, ты поедь, уничтожь его, я не буду колоться». Мама смотрела на меня, она боялась меня о чем-то спросить. Она не понимала, что происходит. И я не понимала. Я смотрела на этих людей, и я видела, что они имеют то, к чему я стремилась всю жизнь. Я видела, что они счастливы. И я поверила в ту минуту, я поверила, что я могу быть такой же, как они. Я очень в это поверила. Я сказала: «Я не знаю, кто эти люди. Я не знаю, что они делают, но я хочу остаться с ними. Я хочу быть такой, как они». Мне разрешили остаться. Я не вернулась домой. Я осталась в центре. Когда я переступила порог женского центра, за 15 лет моей наркотической жизни у меня было много мест, куда я могла приехать, остановиться, пожить, побыть какое-то время. Но у меня никогда не было такого чувства, что я дома. Даже когда я находилась у себя дома, мне всегда было неспокойно. Но когда я переступила порог женского центра, первая мысль, которая пришла мне: ну вот и все, я дома. И женский центр, он действительно оказался моим домом. Там я родилась, там я встретила Иисуса, там я познакомилась с Ним, слава Богу. 3 дня я присматривалась к людям, которые меня окружали, прислушивалась к ним, смотрела на них, просто наблюдала за ними. И к концу 3-го дня, когда мы пришли в мужской центр, мы зашли, там на кухне стояли 2 человека, 2 мужчин, у них сильный отпечаток пропитых лет, просиженных лет. Они вдруг оба повернулись и сказали: «Ну ладно, ну как ты? Мы молились за тебя. Как ты себя чувствуешь?» Я вдруг поняла в одну минуту. Я любима. Я забыла, что это такое. Я не знала, что это такое все эти годы. В тот вечер я покаялась. Через день Господь крестил меня Духом Святым. Я еще многого не понимала. Я не знала, что происходит в моей жизни. Ну, моя первая молитва, которую я говорила: «Боже, прости меня, что все эти годы жила без Тебя. Я так много могла сделать для Тебя, но я Тебя просто не знала». И потом, когда я услышала слова «Иисус любит Тебя», я поняла, что эти слова, они были в моем сердце. В моей жизни был кто-то. Был кто-то, которого я не знаю. Мужчина или женщина, я не знаю, когда это было, летом или зимой, 5 лет или 10 лет назад, ну, кто-то был в моей жизни, некто, как я его называю, который сказал мне, что Иисус меня любит. И когда я услышала эти слова, я поняла, что я их знаю. Я знаю их, они были в моем сердце. И однажды, когда я молилась, я сказала: «Боже, я хочу быть этим некто. Я всю жизнь была кем-то. Я всю жизнь носила какие-то маски, я всю жизнь притворялась, называя себя как-то.
теперь я хочу быть этим некто, который будет идти по этому миру и говорить о любви твоей. Везде, на каждом месте. И сегодня уже два года почти. Мой организм полностью восстановлен. Я не приняла ни одной таблетки, ни одной капельницы. Я пережила чудесное освобождение, без ломки. Я пережила чудесное исцеление. Мой организм полностью восстановлен. Врачи, которые приезжали в центр к нам месяца через 4, они прослушали мои легкие и сказали, у тебя легкие, как у младенца. Я благодарю Бога, я знаю, что это Иисус сделал все в моей жизни. То, что я имею сегодня, это мне Он дал. То, что я сегодня стою на этих ногах, это дал Иисус. Чтобы эти ноги шли сегодня по этому миру и благовествовали мир. Я несу сегодня служение везде, в притонах, в больницах, в школах, на улицах. Я рассказываю о любви Божьей. И хочу сказать, что если здесь есть на этом месте матери, сестры, жены, у которых есть проблемы в семье, у которых есть зависимость, не теряйте надежды, молитесь за них, любите их, много милости у Бога. Мы видим, как много людей сегодня спасается, как много людей сегодня получает освобождение, чудесное исцеление. И Бог нам дал сегодня это свидетельство, эти свидетельства для того, чтобы мы шли и рассказывали. Рассказывали, что нет другого помощника, нет другой помощи, нет другой надежды. Только Иисус. Пусть Бог благословит тебя. Друзья, дорогие, слава за Его вечные святые милости, которые Он дарует нам. Слава, благодарение, друзья, дорогие.
за ту чудесную новость, за ту чудесную весть, вечно новую вещь, что Иисус Христос пришел в этот мир и принес прощение грешным заблуждающимся душам. Слава, благодарение, друзья, что сегодня есть надежда. Сегодня есть надежда для всех людей, которые потеряли надежду. Надежда сверх надежды. И мы за это благодарны сегодня. И сегодня приятно нам здесь находиться. Приятно слышать эти чудесные свидетельства, что Бог есть. Сегодня есть спасение для каждого человека, за что благодарение нашему Господу. Я благодарен Богу, что могу находиться на этом месте. Я благодарен Богу, что сегодня есть места, на которые презирает Господь. Есть люди, которые нуждаются сегодня в Боге. Есть люди, которые получили то, что просили когда-то. Есть люди, которые получили то, что не могли дать ни врачи, ни кто сегодня. Но сегодня есть тот, кто дает. И за это мы благодарны нашему Господу. Вы знаете, сегодня тяжело мне будет читать это Слово Божье. Но я буду говорить места, которые здесь известны, потому что ветер, и знаете, так сегодня сложно. Я хочу вам напомнить несколько мест Священного Писания. Первое, хочу напомнить про Адама и Еву. Вы знаете, наверное, всех, что с ней случилось, сегодня это знают даже люди, которые не верующие, не верят в Бога. Однажды змей, который был самый хитрый из зверей, так написано, он однажды обольщал Еву, и однажды он предложил попробовать от дерева познания добра и зла. И однажды он сказал, подлинно ли сказал Бог, что от всякого дерева вы не можете есть. И знаете, он обольстил Еву. Говорит, нет, говорит, знал Господь, что когда вы вкусите, вы станете такие, как боги. Ева вкусила, и Адам дала, и тот вкусил. И что с ними произошло? Они стали наги. И они стали наги, и они сшили себе из листьев одежду, покрывало, и они что сделали? Спрятались. И они услышали голос Божий, говоривший, «Адам, где ты?» И тот говорит, «Голос твой услышал и убоялся, ибо я наг». «А кто тебе сказал, что ты наг? А не ел ли ты от дерева познания добра и зла?» Он говорит, «Это Ева, говорит, мне дала, это жена, которую ты мне дал». Она это сделала. И знаете, что дальше произошло? Умерло животное, агнец умер. И Господь одел их в эту одежду. И этот агнец, он безвинно, правда, он не был виноват в этом, что люди оказались наги. Но пострадал и агнец. И мы знаем, что это преобраз, правда? И потом жизнь развивается дальше. И у них родились два сына, Авель и Каин. И вы знаете, вот Каин, будучи, принес жертву, и Авель принес, и Бог узрел жертву Авеля. И что сделал Каин? Весь знает сегодня мир. Сегодня весь мир знает о злодеянии Каина. Он взял и убил своего брата из зависти. Он ни за что взял, поразил брата, восстал однажды на брата, когда они были в поле, и убил его. Сделал жестокое преступление. Я понимаю сердце матери, сердце Евы. Первая женщина, первая мама, которая удержала на своих руках убитого сына Авеля. И может быть она не знала, что происходит. Она, наверное, его тормошила. Она, наверное, его звала. Авель, открой глаза, Авель. Но он не открывал глаза. Каин, он сделал злое убийство. Его родители, они только от плода попробовали. Они только усомнились в праведности Божьей. И вот уже дети, их не один убил другого. Да, это делает грех. Куда приходит грех, туда приходит смерть. Возмездие за грех смерть. Так говорит Слово Божье. Но знаете, то, что происходит, оно поражает на мое воображение, когда начал читать. Я с детства читал эти строки, и знаете, что я не понимал? Не понимал, что дальше происходило там. Когда Господь сказал приговор сначала Адаму и Еве, потом, когда трагедия произошла с ихними детьми, Господь говорит приговор уже Каину.
что проклята будет земля, и она тебе, ты будешь ее возделать, она тебе не станет давать своих плодов. И он был изгнанником, ты будешь всю жизнь изгнанником на этой земле. И тогда Каин, этот злой преступник, он начал говорить, что наказание моего больше, чем можно снести. И это наказание очень жестокое. И теперь каждый сможет, встречный меня сможет убить. И тогда Бог сказал, за то, что кто убьет Каина, будет ему возмездие всемеро. И он сделал ему знамение. И этот Каин ушел с этим знамением, чтобы его никто не убил. И я так думал, почему Бог сделал так? Ведь Каин, он убийца. Он поднял руку на брата своего, который никогда ничего не мог сделать плохого, который был безобидный, он был безвидный, он пасвил скот, и у него была, может быть, кротость, как у этого агнца, и он ничего не мог плохого сделать. Он не мог его оскорбить, наверное. Я так думал, потому что жертву его принял Господь. Его жертву принял Господь. Когда он принес жертву, он был угоден Господу. Но вот этот злой человек убил его. И я так думал, я когда был маленький, я думал, ну почему Бог так сделал? Ну почему? Пусть бы он и Каина поразил. Каин достоин смерти. Авель не виноват. Почему Бог допустил это? Но почему Бог так сделал? Тот, кто не сделал ничего плохого, умер. А тот, кто был преступником, пролил кровь своего брата единственного. Почему так Бог сделал всемиро отомститься тому, кто убьет Каина? А еще довершение знамения ему дал. Я не знаю, что это было, как это выглядело, но факт то, это давало жизнь. Каин, он по порядку вещей, потому что он сделал, не имел права жить на этой земле. И Каин знал хорошо, что у него нет ни одного шанса к жизни. Но Бог дал ему этот шанс в этом знамении. Бог дал ему знамение, и с тех пор Каина появился шанс. В этого изгнанника, преступника, убийцы получился шанс на этой земле. Я не знал, покуда однажды мне Господь не коснулся, покуда я не узнал, что я точно такой же Каин. В Евангелии в 5 главе Матфея написано, что сказано древним, не убей. Я говорю вам, всякий, кто ненавидит брата своего, есть человека-убийца. О, дорогие друзья, наверное, немного среди нас убийц сегодня, правда? Кто может знать сегодня, кто человека убил? Но есть такие люди, может, кто и знает. Но кто знает, что есть у каждого человека человек, с которым не хочется встречаться, правда? Сегодня есть люди, которые ненавидят своих соседей. Кто-то ненавидит даже свою мать. Я знаю матерей, которые ненавидят своих детей. Есть сегодня это. Я знаю людей, которые ненавидят друг друга. И, о, друзья, это сплошь и рядом. Правда, мы даже, бывает, называясь христианином, кто-то что-то сказал, кто-то что-то подумал, кто-то что-то не так сделал, и мы уже с ним не хотим встречаться. И уже при встрече, когда в городе идем, мы отворачиваем голову, и мы не говорим «здравствуйте», потому что я не хочу видеть этого человека, а Бог, он сердцеведец. И вы знаете, вот этим словом написанным, что процитировал вам, получается, тот, кто человека убил, и тот, кто просто не хочет встречаться со своим близким, он ненавидит своего ближнего, становится на одну сторону. Да, друзья дорогие, и Слово Божие говорит, все согрешили, и все лишены славы Божьей, и Бог ставит на одну линию всех людей, называет грешниками. Один человек судья, а другой осужденный, но эти два человека, один, и они на одинаковой, так сказать, линии перед Богом. Все согрешили и все лишены славы Божьей. Да, друзья, все мы блуждали, как овцы, совратившись каждый на свою дорогу. Да, друзья, и у каждого из нас не было шанса на жизнь, потому что возмездие за грех – смерть. Все люди грешники, правда, возмездие за грех – смерть. И это требует Божья справедливость. Но, друзья дорогие, благодарение Богу, что здесь есть чудесный стих, ибо так возлюбил Бог мир, что Сына Своего отдал, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарение, друзья дорогие. И там в Деяниях написано, чтобы ибо нет другого имени данного человека под небом, через которого надлежит.
сбежала бы спастись. О, благодарение, друзья дорогие, это я тот Каин, это ты тот Каин. И сегодня у нас есть чудесное знамение, друзья. Это знамение и Иисус Христос, как Иона когда-то был знамением для Ниневии, когда этот Ниневия должен надо было уничтожить по ихним грехам и преступлениям. Бог послал туда Иону, и Иона был знамением для Ниневии. И когда-то 2000 лет назад в этот мир пришел Иисус Христос, чтобы я и ты, эти грешники, получили спасение. В одном селении, не знаю, я здесь рассказывал, нет, было два брата, и они сделали страшное преступление. Они украли скот, людской скот. И вы знаете, люди настигли их, и ну, они получили по заслугам. А чтобы в довершение, чтобы они вечно помнили всегда всю свою жизнь, кто они такие, им были выколоны две буквы СВ на ихних головах, на ихних лобовой части головы. Чтобы люди знали, это что означает скотский вор. И один брат ушел куда-то далеко, не выдержал этого позора. Ушел куда-то далеко, и никто не знает, где он. Но другой брат, он понял, что он совершил. И он однажды обратился к Богу с покаянием. И он просил прощения у Бога, и Бог изменил его жизнь. И он дал ему любящее сердце. И он, когда жил в этом селении, когда-то видел кого-то нуждающимся, он первый шел на помощь и готов был последнее дать, если у кого видел какую-то нужду. И однажды прошли десятилетия, и кто-то спросил, вот насельчан, скажите, кто этот такой хороший человек? Кто, что это за человек? И что у него на лбу означают две буквы СВ? Ему сказали, мы уже не помним, но, наверное, святой. Да, друзья дорогие, и нас некогда, мертвых по грехах и преступлениях, Бог оживотворил Духом Святым. Да, друзья, и сегодня у нас есть знамение, которое находится в Иисусе Христе. Иисус Христос, Он сегодня знамение для нас, что мы имеем прощение, бывшие грешники, бывшие преступники, бывшие человека-убийцы. Мы сегодня прощение имеем в крови Иисуса Христа. За что благодарим нашему Господу, друзья дорогие? Сегодня есть шанс для каждого человека, для наркомана, для того человека, который, может быть, не убил, но когда-то ненавидел. Сегодня есть прощение для убийцы, для преступника, для каждого человека, который получил всякую надежду. Есть сегодня спасение в крови Иисуса Христа, потому что Он пролил кровь и за меня. О, друзья дорогие, как чудесно это осознавать, что сегодня я прощенный грешник. Слава Ему, благодарение, друзья! Как можно сегодня не благодарить Его? Как можно Его не прославлять? Как можно об этом молчать, друзья дорогие? Потому что Иисус Христос, Он пролил кровь за меня. Там, когда Он страдал, там был мой грех, там был твой грех, там был грех всего мира. И там Иисус Христос водрузил наши болезни, наши проклятия. Он вознес на кресте, на крест Голгофский. И сегодня мы имеем прощение в Его крови. О, друзья дорогие, слава, благодарение. О, хвала Ему, друзья, вечно пусть звучит. Давайте наши сердца сегодня наполним благодарностью за этот Голгофский подвиг, друзья, за этот шанс на жизнь, за это вечное знамение, Господь, которое нам дал. Слава Ему, благодарение. Давайте встанем, кому кто сидит, встанем на наши ноги, наполним сердца благодарностью, помолимся, поблагодарим Его за этот чудесный шанс. Аллилуйя Ему. О, Господь, слава Тебе! Слава Тебе, благодарение, величие, честь и поклонение. Аллилуйя, слава Тебе! О, Иисус, слава Тебе, хвала Тебе! О, Иисус, арпар маргейтус! О, крамайнус, арпар вича, серги тайнин! О, кралир гранчезер, пар маларика гейтус! О, краймен, арпар маргейчу! О, крайнер витус, арпай дек, кралир витус! О, хвала Тебе, Иисус! Слава Тебе, Иисус! Слава Тебе, Иисус! Аллилуйя Тебе! Идут великие перемены на землю, и как нужны молитвы и моления об том, чтобы сохранилось спокойствие и продолжился мир, чтобы посев слова моего расширялся на бесплодных полях,
И важно, чтобы мужья были припоясаны и вспахивали новые и новые земли. Ибо как многие занялись своим ременосталным занятием, как многие отклонились от призвания, и так кремени и упорогламены, рассчитывая на многолетия, в беспечии проводят жизнь. Но вот приходит время, когда испытается каждая душа. И так важно, на чем сегодня устрояется дом духовный. Если ты устрояешь на камне, если ты выкладываешь его из драгоценностей, то благословенный ты в путях и в действованиях. И вот приходит время, когда сено и солома сгорит. Еще здесь на земле покажу разницу между служащим и неслужащим передо мною. Ибо не думай, что все так будет идти чередом. День меняется ночью, ночь днем. Но приходит время, когда встряхнутся племена и народы, когда говорящий заговорит каждому народу. Стихии, землетрясения и великая смертность, она придет на землю. Как народу моему нужна кровь завета. О, не попирай ее, не оставляй сегодня. Нужны молитвенники, как нужно, чтобы пастыря воздевали чистые руки в небо. Ревида эл фарману глормена, ибо многие обратятся в станы и придут и скажут: «О, скажите, с вами ли Бог? У вас ли есть помощь, чарить провели глемена?» Для победы, для исцеления нужна благодать, нужно действие Духа Святого. И как важно, чтобы ныне молитвенники возвысили голос подобно трубе и не умолкали, чтобы руки поднимали родители в небо за молодой виноградник, ибо некромана алфараглумена. Шатаются основания, падут многие столбы, потому что некогда было отклонения. И великий день жатвы придет в жизнь многих, и будут вопиять. И будут ремена сталмен бессонные ночи, но небо будет безмолвствовать. И так ныне давно осмотреть все стороны, как нужна многим развязка и исповедание, как многие пьют воду, кремирегламент, которая течет из реки мира сего, и думают, что Нил — это воды Иордана. Нет, сделайте разницу, подведите черту жизни своей, разделите свет со тьмою. Ибо Эрмену Сталмена, как многие, смешивают это все и прикрывают глаза. Но пришло время вскрытия, аминь, тайное и сокровенное обно, мараманцу гломен оно обнажится. Итак, ныне не будьте праздны к наследию моему, предстоятели перед лицом моим. О, Эрмену Сталмена, не стройте свои высоты, но сходите в долины, взведите кремена гломен овец моих на пастбища, ибо они не истолочены еще. Есть чистая вода, зачем вам рано умирать, молодые люди, когда сегодня простерта рука милости, и Дух Господень зовет на труд. Ерменус перевидет лармена, как многие мечтатели, как многие романтики появились среди народа, провозглашающие мир и свободу, сами бывшие пленниками. И так не нужно афишировать, ибо кровь завета вчера, сегодня, вовеки также. Ревелик лормена, действующая в жизни человека, меняющая направление, и лепромины гламен. И так, будьте очень чуткие, на месте сием идет действие Духа Святого. Шествие помежду ратью народа, осматривающая семена гламен сердца, и говорящая совесть, она приманцу гламен, непременно говорит тебе по этих отклонениях. Станьте павшие, возвратите гламенцу гламен, возвратите станственные отступники, ибо приходит великое избавление, ибо придет время, когда именно сталмена умолкнет голос Духа Святого, и многие молодые юноши и девицы будут преодолевать кремена гламен, дороги, шествуя, транспортом следуя, дабы услышать голос Духа Святого, и скажут, нет ли у вас старца или старицы, ибо буду отзывать сосудом небо. Рибергелту Глормена бурная жизнь, она поколеблет ни одного. Но как важно ныне, когда идет кремирегломен подготовка, пока лету Господне подойти к источнику вас, взять запас, не ходить кремирегелту Глормена, не тратить время, потому что пустыня испытает каждого. О, если ты водимый Духом Святым, ты благословенный, благословенный стада твои, поля твои, благословенный детки твои, твой жертвенник, камень. Но если ты идешь миражами, если ты идешь по предвидению, то ныне сделай остановку в жизни твоей, говорит Господь. Аминь, аминь. Аминь, аминь, аллилуйя, Иисус, аллилуйя тебе, Господь. Прими хвалу благодарения, о, кровавый сын, аллилуйя, сегодня тебе.
О, Иисус, я благодарен Тебе. Еще я знаю, Господь, почему невинный Авель погиб, а почему из-за этого Каин получил это знамение. Потому что Ты когда-то невинный, не сделавши никакого греха, умер за мои грехи, Господь, чтобы я имел жизнь вечную. Слава Тебе! И мы Тебя сегодня благодарны, Господь. Мы в этом месте собрались, бывшие изгнанники этой земли, у которых не было шанса, которые совершали преступления, и мертвые были по грехам и преступлениям. Но Ты своей смертью отдал нам жизнь вечную. Слава Тебе! И мы сегодня благодарны за это Тебе, Господь, за кровь пролитую. Хвала Тебе! За любовь, за милость. Слава Тебе! За голос Духа Святого, слава Тебе, за это знамение, слава Тебе, Господь, за жизнь вечную в Тебе, Господь, слава Тебе, за Слово Твое вечное, хвала Тебе, благодарение, я прошу Тебя, молю Духом Святым, повей, Господь, я весь свет лица Твоего Святого, Господи, чтобы на этом месте, Господь, еще многие души получили прощение, чтобы на этом месте еще многие получили обновление, чтобы еще многие были исполнены Духом Святым. Слава Тебе за все, пусть Тебе будет вечно слава, вечный Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Слава Богу. Я удячен.
ночь не спавенцы, от щирого сердца застался Давид. Мои все провины за плечи он кину, не вспомнить завжди. Мои все провины за плечи он кину, не сестри, брати, не померзли? Продовжуємо чи закінчуємо? Ще є тут брати і сестри, які хочуть розказати, що з ними зробив Господь, але ми помаленьку наближаємося. Прошу. Сестри, брати, не померзли? Продовжуємо чи закінчуємо? Ще є тут брати і сестри, які хочуть розказати, що з ними зробив Господь, але ми помаленьку наближаємося. Прошу. Слава нашому Господу! Слава Богу! Чогось за гріхи, мабуть, більше всього страждають наші матері. Моя мама, вона все життя, скільки її пам'ятаю, дуже каторжно трудилась на заводі, три зміни. Батько був п'яниця, вона страдала дуже від цього. Моїм вихованням теж не було кому займатися. І виховала мене вулиця. Дуже рано я почав пити, курити, красти. Результат цьому тюрма. Перший раз я ще нічого не зрозумів, тільки похвалився цим. Другий раз те саме, тюрма не виправляє людей. Коли третій раз я зі своїми дружками пограбував фабрику, мені присудили 13 років строгого режиму, і я пішов відповідати за свої злодіяння. Йшов час, і там в тюрмі можна було грішити, пити горілку, користуватися наркотиками. Всього цього там хватає. Господь, Він дуже любить людей. І ці слова, які записав Іоанн, «Ібо так Бог возлюбив мир, що віддав Сина Свого Єдинородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вони дійсні, вони живі. Це є глаголи. Це не просто є слово, а глагол, який діє, слово, яке діє. І сам Господь сказав, мої слова – це дух і життя. У тому місці, де я відбував покарання, на Донбасі, там була дуже сильна євангельська церква. І в цій церкві, коли Бог дав змогу збиратися вільно людям і возносити молитви до Бога, там почали молитися за тих людей, які сидять за тими гратами, за колючою проволокою. Я не знав цього. Але одного разу, коли я прийшов туди в своє місце, я був там один, я раптом замислився над своїм життям. Я не розумів, що трапилося зі мною. Я ніколи не думав про своє життя. Я жив так, як живуть всі люди.
які оточують мене. Знаєте, як тріска, яка тече по течії води, куди понесе? А тут я почав замислюватись над життям. Чому я сам злодій? Чому все це так? І коли це скінчиться? І як воно може скінчитися? Ви знаєте, в той час я хотів помріяти, що буде зі мною далі. Я не міг полинути своїми думками нікуди. Передо мною була глибока чорна пропасть. І я розумів, якщо я зроблю ще один крок, я полечу туди. Ви знаєте, така туга, така журба і такий страх охопив моє серце, що мені просто стало моторошно. Я встав на свої ноги, підняв руки до неба і сказав: «Боже, якщо ти є, ти скажи мені, чому я так живу? Чому так живуть кругом мене люди? Чому так багато зла навкруги? Чи чому вони не кінчались? Їх було дуже багато». Відповіді я не отримав. Але Бог, Він вірний. Він почув цей крик душі. Він почув цю першу молитву. Він її почув. Бо чудеса його, вони почались відбуватися буквально на другий день. Я чомусь пішов до своїх давніх друзів, які були зовсім в іншому локальному секторі, туди було не так просто пробратися, але я туди пройшов до них. Знаєте, там в тюрмі люди приходять один до одного, щоб вжити наркотики або випити чаю, чифер, як його там називають. І я прийшов з такою ціллю провідати своїх друзів. І ось вони сиділи на своїх кроватях, їх було двоє. Вони зустріли мене, вони пили чай, пригостили мене і почали розповідати мені про Ісуса. Я дуже здивувався. Вони мені розповідають про Ісуса. Мабуть, я б їм більше розказав про нього. Я виріс в столиці, я ходив у Володимирський собор, я бачив дуже багато ікон. І я знав, хто такий Ісус. Я бачив такого розп'ятого чоловіка, стікаючого кров'ю на хресті. Я бачив його з великою книгою, такого красивого, намальованого, благословляючого друзів людей. Я навіть читав про те, що вчені вони вже доказали, що така людина дійсно була, що він ходив по Палестині. Але що він робив? Чого він ходив? Цього я не знав. І вони мені розповідали про те, що він прийшов забрати мій гріх. Для мене це було недоступно. Я нічого не розумів. Вони бачили, що я нічого не розумію. Тоді вони відкрили тумбочку і достали звідти Євангеліє. І вручили мені і сказали: «Віктор, на, читай, це тобі допоможе». Ви знаєте, яким би я злочинцем не був, але я цю книжку взяв, і благоговіння було у мене в серці. Я вперше в житті тримав в своїх руках Божу книжку. Я чув, що є така книга «Євангеліє». Що в ній написано, і що це за книга, я ніколи не знав. І ось я прийшов, щоб почитати її. Я був один, я відкрив цю книжку і почав читати. Ви, мабуть, всі знаєте, як починається Євангеліє. Євангеліє від Матвія. Авраам родив Ісака, Ісак родив Якова, Яков родив Іуду, Іуда родив Фареса, Ізару і так далі. Я прочитав півсторінки і зачинив. Я нічого не зрозумів. Але на другий день я знову пішов до своїх друзів. З Євангелією я вже не розставався. Я прийшов до них, вони знов мені розповідали про Ісуса, я знов нічого не розумів. І тоді я спитав: друзі,
Я бачив у нашій їдальні, колись була об'ява, може з місяць, може два тому назад, була об'ява, що в клуб приїжджають християни, вони запрошували на зустріч, виходили туди, що це таке? І вони мені сказали, ти знаєш, ми ходили туди, і ці християни, вони приїжджають зараз один раз в місяць, у неділю, кожного місяця. І ти можеш сам піти, подивитись на них, бо завтра якраз той день, коли вони приїжджають. На те завтра, у ту неділю, я біг туди в клуб. Я не розумів, що мене вело туди, але я біг туди бігом. Я прибіг, там сиділи люди, такі як я. Їх було, мабуть, чоловік 40, може 50, може більше, може менше. Вони чекали, і я сів чекати. І ось відчинились двері, і вони зайшли. Я глянув, це були обикновенні чоловіки. Але коли я глянув на їх лиця, я зрозумів, що це не прості люди. Їх лиця вони залучали якесь тепло, якусь радість. Ці посмішки. Я дивився на них і дуже дивувався. Те, що я бачив кругом себе багато років, ці злі, ненависні очі людей, які хочуть щось мати від тебе, і ти жив точно так, як вони. Ви, мабуть, знаєте, як живуть пауки в банці, говорять, щоб пожрати друг друга. Так живуть люди в тюрмах. А тут я бачу, прийшли люди, які хочуть щось дати тобі. Але саме чудове, саме дивовижне трапилось тоді, коли вони почали говорити. Це були мужі Божі, хрещені Духом Святим, і вони проповідували Ісуса Христа розп'ятого. Алілуя! Розп'ятого, який пролив свою святу кров за таких людей, які сиділи там за тією колючою проволокою. Вони проповідували про страдання. Я знов нічого не розумів, але в моєму серці щось творилось. Дух Божий, він робив свою роботу. Очі мої наповнювалися сльозами. І я дивився в різні боки, щоб, не дай Бог, що хтось не побачив цих сліз. І ось брат сказав цю фразу. Друзі, хто хоче, щоб ми за його помолились, ви можете вийти сюди. І як брат Володя, я і зараз не можу згадати, і не можу представити собі, бо я не пам'ятаю, як я йшов. Мабуть, Ісус проніс мене на руках туди вперед, де я впав на коліна. Вони обступили мене і почали молитись. Я слухав, як вони моляться. Мені здавалося, вони моляться по-німецьки і ще якоюсь мовою. О, тут я почув якусь російську мову. Вони молились. І коли вони закінчили молитву, вони підняли мене, почали тиснути мені руки, дуже такі щасливі, радісні. А в мене було одне бажання – залишитись одному. І я просто розвернувся, нікому нічого не сказав. І вийшов з цього клубу. Євангелія в мене була під рукою. І я шукав таке укромне місце, де б не було нікого. Це не так просто зробити в тюрмі. Там дуже багато людей. Але я знайшов таке місце, де не було ні одної живої душі. Це було на дворі. Був серпневий сонячний день. Це був чудовий день. Ні один листочок не ворухнувся. І ви знаєте, я сів і відкрив Євангеліє. І сам Дух Божий, він вів уже мою руку, бо я відкрив її не спочатку. А я відкрив і почав читати. Отче наш, сущий на небесах, да світиться ім'я Твоє, да прийде царствие Твоє, да буде воля Твоя і на землі, як на небі. І ви знаєте, я ніколи в житті не знав молитви Отче наш, ніколи в житті не молився, ніколи в житті не знав цих слів. Але коли я прочитав ці слова, то сам Бог, він прийшов в моє життя. Бо те, що наповнило мене, я зразу зрозумів в одну секунду, що він є живий. Я нічого не міг уже говорити, я не міг читати, бо сльози вони застелили мені цю книжку. Єдине, що я міг вимовити, я сказав, Боже,
прости меня. Я ж не знал, что ты есть. Ее кров пришла. Ее умиваюча кров пришла. И вона зробила щось. Вона зробила велике чудо. Вона зробила дуже велике чудо. Вона умила всі мої гріхи. І коли я читаю сьогодні слова про того Неймана, який зайшов у проказі туди в Йордан, і він, коли піднявся сьомий раз, то тіло його стало, як тіло малого дитяти. Він ніколи не мав прокази. Бог, він нічого не змінює. Він нічого не перестроює. Він робить усе новим. Алілуя. І коли одного разу ми вже проповідували з моїми братами в тюрмі, у нас там у Київській області, де ми сьогодні служимо, я проповідував Слово Боже, і так я не замітив, як один чоловік, він йшов так вдоль стіни, він йшов, підходив ближче і ближче, а тоді він на все цей великий клуб, він дуже так голосно крикнув: «Вітя, це ти!» Я подивився на нього, я його впізнав. Але брат, який сидів поруч зі мною, він сказав: «Скажи йому, що той Вітя, якого він знав, він давно помер». Алілуя! Він давно помер! Сьогодні я стою перед вами живий. Моя нещасна мама, яка проїздила за мною по всім тюрмам, по всім цим лагерям, вона возила ці передачі зі сльозами. Вона не могла вставати з постелі, коли я звільнився з цієї тюрми. Але я звільнився вже вільною людиною, щасливою людиною. Вона не вставала з постелі, вона ходила по хаті з паличкою. І знаючи її характер, її страдання, її життя, я їй нічого не міг сказати, я їй нічого не міг навчити. Я їй просто дав Євангеліє, і вона читала. Але вона нічого не розуміла. І от одного разу вона сказала: «Синок», вона подивилась на моє життя, і вона сказала: «Синок, а можна і мені піти туди, де ти?» Я сказав: «Мама, можна». І ми прийшли з нею в молитвенний дім. Була проповідь, був призив. Вона стояла біля мене. Я повернувся до неї. Її син, за яким вона багато років їздила по тюрмах. І я сказав їй: «Мамо, а ти не хоч покая?» І вона сказала: «А можна?» Я сказав: «Мамо, нужно». І коли вона вийшла туди, на платформу, коли всі, хто вийшов туди каятись, вони стали на коліна, вона не могла стати на коліна, бо в неї ноги, вони не згинались. Вона стояла і молилась, але Ісус, він війшов в її життя. Алілуя. І коли вона зійшла по тих ступеньках і підійшла до мене, вона схватила мене за груди. І вона сказала мені: «Чого ж ти мені раніше нічого не сказав?» Сьогодні я маю щасливу сім'ю. Сьогодні у мене жінка, мати, дочка. Вони вже члени церкви. У мене росте маленький син. Я вже 12 років служу Богу. І я славлю Його. І я дуже щасливий, що я на цьому місці, бо я знаю, що тут Ісус. Бо де зібрані люди в ім'я Його, то там Він серед них. І сьогодні тут я теж надіюсь, я теж вірю, що я отримаю тут оновлення, нове помазання, нову силу, щоб іти й далі служити Йому, нашому вічному Господу. Алілуя. Люблячому Богу. І я дякую за цю можливість, що я свідкую сьогодні перед народом святим, перед народом Божим про його великі і славні діла. Та буде йому вічна слава. Амінь.
як ідли, а цінового вінця. Гріхи мої в чоло його вонзались, і кров текла з прекрасного лиця. А войни стояли і сміялись, плівали палачі йому в лицо. І над його страданнями глумились, а он просив небесного Отца, що показав його убийцам милость, как Агнес на заклание он шел. Боли. Он палачей своих благословлял и шел на смертный крест по доброй воле. Боль, грех на себя тогда он взял, чтоб примирить меня с Отцом Небесным. Он жертвой невиновной стал и стал спасеньем ныне мне известным. Месте. Я хотел бы вместе с народом Божьим сказать слава Богу! Он достоин славы! Он сотворил этот день для нашего веселья и для нашей радости. И Он сотворил этот день для Его вечной славы.
И сегодня на этом месте мы возвещаем и провозглашаем Божье Царство и Божье спасение. Мы не просто говорим, что Бог приготовил спасение, но мы говорим слова апостола Павла. Верно и всякого принятия достойно слова, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Аллилуйя! Аллилуйя! Он пришел спасти в мир грешников. И мы сегодня слышим эти свидетельства о великой славе Божьей, что люди, которые не имели надежды, люди, которые потеряли всякий смысл, они обрели надежду, они обрели жизнь, и они обрели благословение в имени Господа Иисуса Христа. И хочется сказать слова псалмопевца Давида, которые он говорит в 83-м псалме: «Нету между богами, Господи, как Ты, и нет дел, как Твои, и все народы, Тобою сотворенные, они и придут и поклонятся, ибо Ты един, един творишь чудеса». Аллилуйя! Аллилуйя! Он един творит чудеса! И там, где людям невозможно, Бог говорит: «Мне возможно». Там, где люди сказали все, там, где люди поставили точку, Бог ставит запятую. Аллилуйя! Дорогие возлюбленные, я также благодарен Господу, что в этот день, в этот воскресный день, в день, когда народ Божий собирается во имя Господа, Бог мне позволил быть на этом месте. И я хотел бы также говорить о Его славе, я хотел бы также говорить о Его любви и о Его спасении, которое пришло в мою жизнь. Я родом из Белоруссии, я родился в семье, где отец и мать выпивали. И часто мои детские глаза, они видели скандалы, драки и ссоры. Когда мне было 5 лет, отец, будучи неоднократно судимым, он взял меня с собою. И на моих детских глазах он порезал человеку 2 щеки, который оскорбил его. Ему дали за это 6 лет особого режима. Спустя короткое время умирает моя мать. И моя жизнь, детдомы, интернаты. Но все то, что было посеяно в моем сознании, все то, что видели мои детские глаза, оно начало произрастать в моей жизни. Я выделялся среди сверстников наглостью, я выделялся жестокостью, и часто я слышал слова учителей: «По тебе тюрьма плачет». Когда я закончил школу-интернат для детей-сирот, мне дали 25 рублей денег, мне дали сменное белье, чемодан, и сказали: «Иди, перед тобою открыто светлое будущее». И я шагнул в это светлое будущее. В 16 лет первая судимость, в 17 лет лечение от алкоголизма. Когда я вышел с лечения, я встретился с отцом, который на то время отсидел уже 34 года. Он смотрел на меня, он плакал. Он говорил: «Сынок, там ничего хорошего нету. Сынок, я не могу ничего тебе дать. Я ничего не имею. Не иди моими стопами». Но я смотрел на своего отца и думал: если бы там было так плохо, то столько бы ты времени там не провел. И поэтому 18 лет вторая судимость, 3 года. 21 год я освободился, несколько месяцев на свободе. И третья судимость, 5 лет лишения свободы. Тогда я злословил судей. Тогда я злословил всех людей. Мне не хотелось жить. Мне жизнь была безразлична. Я понимал, что мое будущее – это тюрьма. И мне было страшно моего будущего. И я не имел настоящего. Были моменты, когда я доходил до отчаяния и хотел покончить жизнь самоубийством. Отсидев из этих 5 2 года, в то время я отбывал срок наказания на северах, в Ветлаге, мне попала в руки книга Нового Завета. И я прочитал 6 глав Евангелия от Матфея, попробовал уснуть, но сон почему-то не брал меня. Я не понимал, что со мною происходит. Я не понимал, что за ощущение. Мне казалось, что кто-то стоит возле моей кровати. Я оглядывался, смотрел, но, кажется, никого не было. И я тогда взял эту книгу, принес к приятелю и сказал: «Артур, я, наверное, такой грешный, что мне и притрагиваться к этой святой книге нельзя». Я не знал, что пройдет время, и именно Библия, она станет любимой моей книгой. Я не знал, что пройдет время, и я буду возвещать эти слова жизни.
потому что я получу жизнь и получу благословение. Аллилуйя! Но на то время это было закрыто от меня. Я тогда еще не знал, что это произойдет в моей жизни. Но через 2 недели после этого произошла драка между белорусами и россиянами. И мне вновь грозил срок в местах лишения свободы. И когда я находился в камере одиночки, тогда я вспомнил эти слова молитвы «Отче наш». Я вспомнил, что ей когда-то молилась бабушка. Я вспомнил, что они написаны в 6 главе Евангелия от Матфея. И я повторил эту молитву и своими словами сказал: «Бог, если ты есть, помоги мне». К моему удивлению, мне не добавили срок. Нам дали по 6 месяцев камерной системы. И с этого дня я начал каждую вечер, когда ложился спать, я стал про себя повторять эту молитву «Отче наш». Я начал считать, что я верующий. Но я хотел бы заметить, что сегодня многие люди, они считают себя верующими. Они призывают Бога, когда им выгодно, когда в этом есть какая-то необходимость. Но они забывают, когда все хорошо. И я думал, то тоже пользоваться Богом, когда это выгодно. Я был играющим в карты, и часто я брал колоду карт. Я смотрел на небо и говорил: «Бог, благослови меня». Я тогда не понимал истины, что там, где зло, там, где беззаконие, там, где обман, Бог этого не благословляет. Бог не является участником в этом. Но это было мое такое понимание и мой поиск. И меня часто называли счастливым бульбашом. А я думал: вы не знаете, Бог мне помогает. И в 92-м году была такая молитва, когда я сказал: «Бог, если ты действительно мне помогаешь, то я хотел бы, чтобы ты освободил меня из лишения свободы. Мне хотелось бы не досиживать этот срок, но может быть амнистия или еще что-то». И тогда как раз произошел развал Союза. Всех развозили по своим республикам. И в числе первых белорусов я возвращался в Белоруссию. И мне говорили: у вас там амнистия. Но я хотел бы заметить, я не попадал под эту амнистию. Но в это время была другая амнистия в Белоруссии. Она была объявлена не людьми, она была объявлена Богом. И в тюрьмах и лагерях началось провозглашаться Божье Слово и Божье Царство. И люди, которые не имели надежды, люди, которые потеряли смысл, они обретали эту надежду в имени Господа Иисуса Христа. Аллилуйя! Аллилуйя! Я находился на этапе, и как я вел жизнь как арестант, мы играли в карты, мы варили чай, но вдруг я увидел человека, который отличался от нас. У него была какая-то литература, и он как-то держался немножко в стороне, и меня чем-то заинтересовал этот человек. Когда я подошел к нему, я увидел в его руках Библию, и я начал с ним разговаривать, и он начал говорить мне о Боге, и он мне сказал эти слова, которые сегодня звучали: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Он мне сказал: «Знаешь, Николай, тебя любит Иисус, и Он желает изменить твою жизнь». Я не видел любви матери, я не видел любви отца, я считал, что я не видел любви общества, я считал, что меня невозможно любить, но Он говорил: «Тебя любит Иисус». Аллилуйя! Аллилуйя! Я особо благодарен Господу, что Он дает мне сегодня свидетельствовать перед вами, потому что я в долгу перед Украиной, я в долгу перед вами, потому что этот человек, он был с Украины, и он говорил мне о Божьей любви, он мне говорил о Божьем спасении. И я сегодня хотел бы сказать всем, кто пришел на это место, всем, кто, может быть, еще не пережил любви, те, которые разочарованы в любви человеческой, я хотел бы сегодня говорить вам: тебя любит Иисус! Тебя любит Иисус! Аллилуйя! Аллилуйя! Я хотел бы, чтобы ты открыл свое сердце, как подобно и я открыл для этих слов. Но я хотел бы также заметить, что когда мы были на пересылке в Ярославле, каждый называл статью и срок, и этот человек назвал свою статью. Он сидел за убийство, и у него было 15 лет срока. И я тогда сказал ему: как ты можешь говорить мне о Боге? А какой ты можешь говорить мне любви? Как ты можешь говорить мне, что Бог есть, и Он меня любит? Кто ты такой? И он тогда сказал: знаешь, Николай, я не был верующим. Мои родственники на Украине, они верующие.
И они мне часто говорили о Божьей любви, но я не принимал этих слов, я отвергал их. Но однажды я сидел на скамье подсудимых, и был вынесен приговор смертная казнь. И тогда всплыли слова, которые я слышал. Однажды человеку надлежит умереть, а потом суд. Я не боялся этого суда, я не боялся этого приговора, но все мое сознание говорило мне, что мне придется пристать на суд Божий. И я был весь в трепете, и когда я находился в камере, я молился. Я просил Бога милости, я просил Бога о прощении, я кричал, чтобы Он простил меня. Я не смел просить о жизни, мне хотелось жить, я молод. Но я не смел об этом просить. Я просил, чтобы он простил мои грехи. И говорит, я не могу передать тебе последнее ожидание смертника. Я не могу передать тебе. Это каждый шорох, это звон ключей, это шаги. Это все, оно просто приводит тебя в такое состояние готовности. Ну все, последние минуты, ну вот последние секунды. И однажды возле своих дверей, возле камеры, я услышал особое движение. Я услышал особое движение, когда открылась камера. Я подумал, все, я увидел ДПНК, я увидел других, которые там стояли. И вдруг я увидел людей, которые были со спецчасти. И мне протянули лист и сказали, распишись, смертная казнь заменяется 15 годами. И я хочу тебе говорить о Божьей любви, которую я пережил в тот день. Я хочу говорить тебе о Божьем прощении. Из этих 15 лет я уже 5 лет верующий. И я говорю тебе, Николай, тебя любит Иисус. Аллилуйя! Аллилуйя! Тебя любит Иисус! Когда мы расстались с этим человеком, стучали колеса Столыпина, и стучало мое сердце. Тебя любит Иисус! Тебя любит Иисус! Я приехал в Беларусь, в город Ивацевичи. В колонию строгого режима мне оставалось год до освобождения. Там уже была группа верующих людей, которые уверовали в узах. Там уже приходили братья со свободы. Но меня сразу не потянуло к этим людям. Я имел такое понимание, могут ли быть в тюрьме верующие. Я написал по тем адресам, которые дал мне человек. Я получил духовную литературу. В то же время я написал в Оптино-Пустынский монастырь. Мне выслали иконы, мне выслали крестик посвинцовый. Я облепил весь угол, поставил это на тумбочку. И я думал, что я верующий. Как считал, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Но что посеет человек, то и пожнет. Так говорит слово Господне. И был день, когда я был обманут за 1000 рублей. Это была приличная сумма, только поменялись деньги в Беларуси. И я уплатил первую сумму 500 на конец апреля, а 500 мне нужно было платить на 15 мая. Кажется, все складывалось хорошо. Но когда вышел приятель и сказал, что он не вынес деньги со свидания, у меня появилась проблема. Я знал законы тюрьмы. Я знал, что 15 мая в 12 часов вечера ко мне придут получать. И меня имеют право побить. Меня имеют право унизить. Это зависит именно от того, кто будет спрашивать с меня. И у меня появилась тревога. Я пошел по друзьям, землякам, желая одолжить эти деньги. Но куда бы я ни приходил, везде была стена. Везде была стена и не было никакой помощи. И тогда у меня было время вновь открыть Новый Завет. И тогда у меня было время рассуждать над этим словом. И я помню, когда мы однажды были с приятелем в локальной зоне, к нам подошел человек, и он начал говорить нам о любви. Он начал говорить нам о Боге. Его глаза светились, он был полон радости. И он сказал, если вы желаете, придите, посетите наше собрание. И я помню, как мы пришли, мы стояли возле дверей этой молитвенной комнаты. Нас разбирал смех. Мы думали, ну как это может быть? Люди, которые отсидели по 20, люди, которые отсидели по 30, люди, которые били звезды на своих коленах, что их колени ни перед кем не гнутся, они стоят и молятся Богу. Это казалось абсурдом. Мы думали, что этого не может быть. Мы думали, что мы будем смеяться над ними. Но когда мы туда зашли, вместо смеха на наших лицах появились слезы. Когда мы услышали этих молитвы этих людей, когда мы услышали свидетельства, они говорили о надежде, они говорили о будущем. Они говорили о Христе. Аллилуйя! Аллилуйя! Я не понимал, почему я плачу. Я не понимал, что со мною происходит. Мой друг упал на колени и говорил, Иисус, прости. Мне хотелось стать рядом. Но мое я говорило, нет. Когда рассчитаешься, можешь идти к Богу, можешь идти куда хочешь. А сейчас нет.
И в тот день я не покаялся, но что-то произошло в моем сердце, что-то произошло в моем сознании. Я понял, что эти люди, они имеют то, чего я не имею. Меня тянуло к ним, но в то же время долг, он сковывал все мои мысли. У меня была серьезная проблема, и приближалась дата 15 мая. 14 мая я достал эти деньги, 50 рублей, и я просто на рабочей зоне, склонившись на колени, сказал: «Господь, если ты действительно любишь меня, Николая Федорова, если ты действительно желаешь спасти меня, если ты желаешь дать жизнь с избытком, помоги мне, Господи, и я буду свидетельствовать всем людям о твоей любви, я буду говорить о твоем спасении, если ты есть, помоги». Но дальше я говорил: «Господи, если я завтра не увижу твоей руки, пусть меня побьют и поломают, но я буду самым рьяным атеистом, значит нету тебя, значит нету любви, значит нету помощи и нету спасения». Может быть, сегодня это кажется дерзновением, но я хочу вам сказать, есть слово Господне, которое говорит, что Господь говорит: «С искренним я поступаю, искренне». Это был мой искренний вопль, это была единственная надежда, и я просил Бога помощи. Я думал, что произойдет чудо. Как-то по-детски, наверное, я верил, может быть, от безысходности, что прямо на этой бумажке появится дополнительный ноль. Когда я наутро развернул эту бумажку, 15 мая, я развернул, достал эти деньги, нолика не добавилось. И я подумал, что Бога нету. Я разбудил соседа Петра, который покаялся, и сказал: «Петр, куда ты пошел? Бога нету». Этому человеку было 7 дней от рождения, как он уверовал. Он посмотрел на меня и сказал: «Николай, ты просил у Бога?» Я сказал: «Да». 12 часов вечера, когда ты не рассчитаешься, ты скажешь, что Бога нету. А сейчас ты просил у Бога и жди от Бога. Мы сидели и рассуждали. Заходит человек, послушал, ушел, возвращается и дает мне 100 рублей. У меня уже было 150. Мы идем на завтрак, соседнего барака кричат: «Николай, ты искал деньги, вот тебе 80. Вечером принесем еще 60. Аллилуйя! Аллилуйя! Я сегодня свидетельствую о живом Боге. Я сегодня свидетельство о его любви. После обеда у меня была сумма 500 рублей. Я занес эти деньги. И в этот день я пришел в молитвенную комнату. Я упал перед ним. Я плакал и рыдал и говорил: «Господь, прости меня. Я не хочу жить, как я жил до этого дня. Господи, помоги мне». Истина слово Господне, и всякого приходящего ко мне не изгоню, но прощу и не воспомяну более. Аллилуйя! Аллилуйя! Я благодарю, что с этого дня пришли перемены в мою жизнь, что Господь освободил от курева, Господь освободил от мата, что Господь освободил от алкоголя. И пришел день, когда в местах лишения свободы, это была первая колония в Белоруссии, в числе 18 заключенных я вступал в завет с Богом. Это была такая колония, в которой был тот же начальник Волкович, при котором забивали верующих в наручники, при котором говорили: «Отрекитесь от веры», но прошло время, и Бог открывал там свою церковь. Аллилуйя! Аллилуйя! Я благодарю, что 21 ноября там в вузах я получил крещение Духом Святым. Аллилуйя! Перешагнул Христос запоры, презрел напавшие сердца, где Дух Господень, там свобода, и Он нам дал ее сполна, простил грехи нам заключенным, снял цепи с долголетних уз, кто в жизни был своей воравой, в час покаяния сбросил груз. Аллилуйя! Аллилуйя! О, аллилуйя! Дорогие возлюбленные, мне хочется славить нашего Господа. Мне хочется благодарить нашего Господа, который пришел в этот мир спасти и взыскать погибшее. Приходило время моего освобождения. Что меня ждало на свободе? Отец на то время уже отсидел 40 лет. Он жил еще с двумя дядями, которые по линии матери. Они также были судимы неоднократно. Что меня ожидало? Но я знал, что у меня есть Отец Небесный. Аллилуйя! Я знал, что у меня сегодня есть Отец, который будет заботиться обо мне. И я говорил: «Господь, благослови мою жизнь. Я хочу быть Тебе благодарным. Я хочу быть Твоим свидетелем. Я хочу провозглашать Твое Царство и нести Твою любовь». Я благодарю, что когда я освобождался, Иисус,
Я видел брата, который встречал меня. Он работал в тюрьмах. Он держал скромную одежду. А это было для меня как подарок от Господа. И я благодарил Господа за его любовь. Я попал в город Барановичи. Я попал в семью, у которой было 5 детей, 6 ждали. Я пробыл там 2 дня, и мне нужно было уезжать в свой город. У меня был еще надзор за ту старую жизнь, которая была без Бога. Только последний год моей веры, он был без одного нарушения в местах лишения свободы. И когда я уезжал, этот брат подошел, он достал визитную карточку и сказал: «Николай, если у тебя что-то не будет слаживаться в жизни, приезжай в нашу семью, приезжай в наш дом». Тогда были еще закрыты от меня слова. Он мне сказал об этом позже, что до моего освобождения пришел в их дом пророк Божий и сказал: «Там среду вашего человека, которого вы примете, который будет вам в радость». Аллилуйя! Я благодарю, что в этой семье произошло утверждение моей веры, что в этой семье я увидел любовь Христа, и я слышал слова: «Иди и расскажи, что сотворил с тобою Бог, и как Он тебя помиловал». И Господь дал возможность проповедовать в тюрьмах и лагерях Белоруссии, в городах и селениях. Пришло время, и Господь дал мне спутницу жизни. У нас родился ребенок, и когда жена была беременна 2-м, нас Господь усмотрел, и мы уехали миссионерами в Азербайджан. 2 молодые белорусские семьи. Мы уехали в мусульманскую страну, чтобы там проповедовать Евангелие. Аллилуйя! Аллилуйя! И будет проповедано Евангелие всей твари земной во свидетельство всем народам, потому что Бог любит каждого, и все народы Тобою сотворенные, они придут и поклонятся перед Тобою. Боже! Аллилуйя! Я благодарю за те годы, которые мы там провели. Мы провели 2 года, и через 2 года мы были депортированы с этой страны. 1/2 года мы застали еще свободы, проповеди Евангелия, но через 1/2 года вышел закон о запрете всякой религиозной пропаганды лицам, не имеющим гражданства, иностранным гражданам. Но Господь дал нам еще 1.5 года быть и проповедовать. И последнее служение, нас арестовали прямо в служениях, и пришел день, когда нас высылали. Но мы не уезжали побежденными. Мы уезжали победителями. Аллилуйя! К нам подходили братья и сестры азербайджанцы, молодые проповедники, и они говорили: то, что вы принесли в нашу страну, мы понесем дальше! Аллилуйя! Мы понесем дальше! Аллилуйя! С Азербайджаном связано еще особое для нашей семьи. Был один летний вечер, когда вечером в 10 часов жена убирала во дворе, и она попросила вынести меня мусор. И когда я взял и пошел выносить мусор, это было определенное расстояние, соседний двор. Мне приходилось останавливаться, потому что было очень много муравьев именно на этой мусорке. Я не знал, что этим временем произошло то, что жена взяла 2 детей, а взяла сына и дочь, которой было 8 месяцев, и она посадила их в большую ванну, в ванночку поменьше. Она включила воду, но воды не было, был маленький напор. И она подумала: пойду соберу остальной мусор, чтобы когда муж возвратился, еще раз вынес этот мусор. Я не знаю, как там произошло, но когда я возвратился и мыл руки во дворе, то я услышал крик своего ребенка, который кричал: «Папа, Аннушка лежит». Когда мы ворвались в ванну, мы увидели страшную картину. Наша дочь, которой было 8 месяцев, она была утоплена в ванне. И только вот эта сторона, она была наверху. Жена выхватила ребенка и закричала. У нее были уже синие губы. Мне не было дыхания жизни. Она трясла ребенка и отдала мне, сама с криком побежала к соседке Алмаз, которая была врачом. Я тряс этого ребенка и кричал: «Иисус, не допусти! Иисус, помилуй! Иисус, не допусти!» Но жизни в теле не было. Я никогда не имел дела с утопленниками. Я пробежал через коридор, положил девочку на пол. И я просто кричал: «Иисус!» Этот голос был во всем квартале. Я сорвал свой голос. Я кричал: «Иисус!» Но ничего не происходило. И на какой-то момент я взмолился в духе на иных языках. И когда я открыл свои глаза, которые были полны слез, и взглянул на девочку, мне показалось, что дернулся край губышек. Я не могу передать, возлюбленные, но в этот момент эта комната наполнилась им. Я ощутил его присутствие. И дернулись вторично губы, и дернулись третьи губы, и открылись глаза. Аллилуйя! Аллилуйя!
Я сегодня свидетельствую, что Бог воскресил мою дочь из мертвых. Ей сегодня 6 лет, но я говорю, что Бог воскресил и даровал ей жизнь. Аллилуйя! Бог воскресил меня из мертвых по преступлениям. И я верю, что придет день всеобщего воскресения, когда мертвые во Христе воскреснут прежде, когда живые во мгновение ока изменятся, и мы будем с Ним, мы будем с Ним, мы будем всегда с Ним. Аллилуйя! 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 Это надежда наша, это упование наше, и она будет оправдана, потому что надежда на Господа, она в постижении не останется. Аллилуйя! Дорогие возлюбленные, и последние 4 года это были служения в России как пастора и миссионера. И Бог являл свою славу, Бог являл свое могущество и там. Когда мы приехали в эту страну, когда мы приехали в этот город, я помню, еще приезжал с Азербайджана туда на конференцию, и мы часто слышали такие слова. Мы слышали о том, что этот город Смоленск, он как бы засмален сатаною. Я помню, когда начались евангелизационные служения, то к нам прямо на служение приходили молодые люди, которые называли себя сатанистами. И однажды мы узнали, что они поднимаются на стены города, и они проклинают город Смоленск. Они проклинают живущих в этом городе. И тогда Бог вложил в наши сердца желание подниматься на стены, которые окружали этот город. Это старые стены, которые когда-то окружали и защищали этот город. И церковь, мы решили подниматься и благословлять этот город. И в притчах написано: устами нечестивых разрушается город, но при благоденствии праведных город возвышается. Аллилуйя! И пришло благословение, и Господь начал приводить людей к покаянию, и люди начали принимать крещение. Пошла молодежь, потому что Бог желает спасти всех. Аллилуйя! Совсем недавно я вернулся с семьей в Белоруссию. Сегодня у нас уже 4 детей. Аллилуйя! И я благодарю Господа за эти годы служения. И я благодарю, что сегодня я работаю в реабилитационном центре. Именно среди людей, которые находятся в наркозависимости. И я вижу, как Бог их освобождает. Сегодня я работаю с молодежью. И я вижу, как Бог возбуждает этот огонь в сердцах молодых людей. Нести Евангелие до края земли. Аллилуйя! Аллилуйя! Дорогие возлюбленные, я верю, что Бог, Он и сегодня дает свой огонь на это место. Аллилуйя! И сегодня Он возбуждает сердца, и сегодня Он возбуждает ревность, и сегодня Он желает одних привести к покаянию. Он желает сегодня открыть себя, свою любовь и свою благодать. Сегодня Он желает обновить сердца тех, которые отступили от Господа. Сегодня Он желает возбудить огонь в сердцах тех, которые утратили первую любовь. Сегодня Господь здесь! Аллилуйя! Аллилуйя! И Он желает иметь отношение с каждым. Он желает сегодня благословить каждого. Но именно все зависит от нас. Готовы ли мы принять этот огонь? Готовы ли мы принять сегодня спасение? Готовы ли мы сегодня примириться с Богом? Дорогие возлюбленные, Бог говорит, что я всякого приходящего ко мне не изгоню вон. То есть для каждого есть место, вне зависимости от тяжести греха. Бог принимает каждого, и Бог желает простить каждого. Аллилуйя! И в книге пророка Иезекииля есть такие слова, которые я хотел бы сегодня говорить к этому собранию, которые я хотел бы говорить к этим присутствующим на этом месте. «Скажи им, — говорит Господь, — я не хочу смерти умирающего, но я хочу, чтобы вы обратились от грехов своих и живы были. Аллилуйя! Бог сегодня дает время для покаяния. Сегодня Бог желает дать жизнь и дать спасение. Я вспоминаю одно свидетельство, когда мы беседовали с братом на конференции в Смоленске. Он сегодня помощник пастыря в Омске. И он говорит, когда я сидел в камере, и говорит, пришли мысли, чтобы покончить жизнь самоубийством. Говорит, я взял ложку, я ее наточил и хотел вскрыть вены. Но перед этим мне просто хотелось как бы сходить по нужде, освободиться, но не было бумаги. И говорит, я
постучал вверх, и когда с этой камеры верхней мне спустили листок, я взял, развернул его, и это была страничка из Евангелия от Матфея. «Придите ко мне, все труждающие, обремененные, и я успокою вас!» Говорит, прямо там я упал на колени, и я начал призывать того, которого я не видел, но в котором нуждалась моя душа. «Покончи жизнь самоубийством!» Говорит, я взял ложку, я ее наточил и хотел вскрыть вены, но перед этим мне просто хотелось как бы сходить по нужде, освободиться, но не было бумаги. И говорит, я постучал вверх, и когда с этой камеры верхней мне спустили листок, я взял, развернул его, и это была страничка из Евангелия от Матфея. «Придите ко мне, все труждающие, обремененные, и я успокою вас!» Говорит, прямо там я упал на колени, и я начал призывать того, которого я не видел, но в котором нуждалась моя душа. И он был верен, он простил, он дал мне покой, и он дал мне надежду. Аллилуйя! Аллилуйя! Дорогие возлюбленные, может быть, и сегодня есть люди, которые не имеют покоя. Есть, может быть, сегодня люди, которые труждаются в своей проблеме, в своем грехе. Сегодня Иисус здесь. Сегодня Иисус здесь! Аллилуйя! И Он желает прощать, и Он желает обновлять, и Он желает сегодня возбудить эту ревность в сердцах народа своего. Для меня стало девизом именно то место из притчи, где сказано: «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Совсем недавно Господь дал мне побывать на одной из конференций Польши, и там нас возили в лагерь, я не помню, как он уже называется, Освенцим, в этот лагерь. И знаете, когда мы проходили по этому лагерю, это что-то было ужасное. Там были газовые камеры, и за один раз только там 700 человек травили. Там были крематории, в которых сжигалось до 15 тысяч человек. За время войны там умерло и погибло 3 или около 3 миллионов людей. В большинстве это были евреи. Там были висельницы, там была стена расстрела. Но я помню слова одного из братов, который сказал эти важные слова. Он сказал, что ад страшнее Освенцима. Дорогие друзья, ад страшнее Освенцима. И Бог не желает, чтобы туда попали люди. Он желает, чтобы и когда мы там были, то было такое прекрасное место, которое называлось Орлиное гнездо. Это место в горах. Я как-то вышел на балкон, и я посмотрел на всю красоту. И тогда пришли слова, которые записаны в Священном Писании. «Не видел того глаз, и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил для любящих его». Аллилуйя! Бог не приготовил ад, но Бог приготовил прекрасное место для любящих его. И я хотел бы, чтобы ты был в числе любящих. Сегодня было очень много сказано, и каждый из нас говорил верно, и принятие достойно слова, что Иисус Христос пришел в мир спасти и взыскать грешников. Аллилуйя! Поэтому, дорогие возлюбленные, сейчас будет молитва, и сейчас я хотел бы, чтобы молились все на этом месте о тех, которые нуждаются в примирении, которые нуждаются в покаянии, которые нуждаются в обновлении. Я хотел бы сегодня обратиться к тем, которые отступили однажды. Сегодня Бог говорит вам: разве упавшие не встают? Разве совратившие с дороги не возвращаются? Встану, пойду к Отцу моему и скажу ему: согрешил я пред небом и пред тобою. Сыновья и дочери, сегодня есть возможность примириться с Богом, сегодня есть возможность обновиться, сегодня есть возможность получить жизнь с избытком. Поэтому я хотел бы видеть руки этих людей, я хотел бы, чтобы вы не стеснялись, поднимите руку, что вы желаете сегодня примириться с Богом, вы желаете сегодня покаяться в своих грехах, вы сегодня желаете сказать Ему слова: «Господи, прости, пожалуйста». Хотел бы видеть эти руки, и служители будут молиться о вас, и вы будете благословенны в имени Господа Иисуса Христа. О, аллилуйя! 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 Пожалуйста, я хотел бы, чтобы вы были смелыми. Где эти руки, которые, где эти люди, которые желают сегодня примириться с Господом? Пожалуйста, кто желает сегодня обновить свое покаяние? Пожалуйста, кто желает сегодня принять любовь Христа? Пожалуйста, прощение от Господа? Пожалуйста, аллилуйя! О, аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!
Еще есть время. Я вижу уже одна поднята рука и вторая поднята. А где же третья? А где же третья рука? Будь смелым, не стесняйся. И вижу уже третью. А где же четвертая? Аллилуйя! Пожалуйста, а где четвертая рука? Где ты, душа, которая блуждаешь? Где ты, душа, которая томится? Где ты, душа, которая находится вдали? Сегодня Бог Отец приглашает к себе. Сегодня Бог Отец приглашает к себе. Пожалуйста, я хотел бы видеть эти руки. Пожалуйста, проходите, не стесняйтесь, пусть Господь благословит вас. Я хотел бы попросить тех, которые подняли руки, чтобы они могли пройти сюда немножко поближе и за вас будут молиться. Пожалуйста, не стесняйтесь, проходите сюда поближе. Мы будем молиться. Аллилуйя. Пожалуйста, есть время. Церковь молится за тех людей, которые нуждаются в Господе. И еще душа идет, и еще душа стремится. Потому что она жаждет Господа, она жаждет прощения, она жаждет любви. Пожалуйста, если кто-то еще есть, не стесняйтесь. Пожалуйста, проходите. И еще есть время, и еще есть место у Голгофского креста. И еще есть время для того, чтобы наполниться любовью и благодатью. Пожалуйста, еще вот душа, проходите. Аллилуйя! О, аллилуйя! Аллилуйя, кремен дегемаен год, ребеда герита караман теки, о, ребеда герита караман теки, аллилуйя, о, шарабалин теки, Господь, благослови каждое сердце, благослови каждую душу, Господи, убери всякий страх, убери всякое стеснение, убери всякий стыд, и дай, Господи, чтобы упокоиться у алтаря Твоего, чтобы найти общение с Тобою, обрести мир и прощение душе своей. Во имя Иисуса благослови, Господь, собрание собравшихся и благослови те души. Во имя Иисуса, если кто-то еще есть место, еще есть время, Господь зовет не завтра, но сегодня, не завтра, но сейчас. Поэтому, пожалуйста, если кто-то еще есть, пройдите сюда вперед, и служители будут молиться. Они будут молиться вместе с вами, они будут молиться за вас. Аллилуйя! Аллилуйя! Дорогие друзья, сейчас мы будем молиться. Мы еще молимся. Я прошу вас, друзья, сконцентрируйте себя сегодня на то место, что сегодня Иисус Христос здесь. И Он когда-то был распят за наши грехи. Он когда-то распят был за наши преступления. Я говорил о том, что когда-то пострадал невинный Авель, но виноватый Каин получил знамение. Да, друзья, когда-то за наши грехи был распят Иисус. Я тогда когда-то думал, почему Господь не защитил такого хорошего Авеля, но почему Он виновнику дал прощение и дал знамение, чтобы он имел шанс жить. Я когда-то читал, и, наверное, каждый из вас знает, что когда-то Иисус Христос пришел на эту землю, и о нем написано, Он был изъязвлен за грехи наши и мучен за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и Господь не отвратил от него это наказание. Господь не защитил его от смерти. Он умер за грехи наши, чтобы я и ты, мы могли иметь жизнь вечную. И я сегодня еще призываю к молитве. Мы сейчас молимся, мы молимся. Но если человек есть на этом месте, может быть, который считал себя верующим, но сердце его говорит, и сердце его неспокойно, и совесть осуждает тебя. Может, тебе сегодня стыдно, может, ты сегодня не можешь на небо поднять свои глаза, и ты ощущаешь вину греха, и вина греха легла на твои плечи, на твое сердце, и ты сегодня там. Помишься на этом месте. Прошу, друзья дорогие, сделайте коридор, освободите место, чтобы было беспрепятственно, можно было прийти на это место и здесь сложить свое покаяние. И я прошу, может быть, на этом месте есть еще такой человек. Сегодня слышали пророческое слово о том, что на этом месте есть человек, который задумал причинить себе зло, который попал в сети греха. И я хочу сегодня вас пригласить во имя Иисуса
Иисуса Христа. Пожалуйста, вы можете пройти на это место во имя пролитой крови. Вы можете получить сегодня прощение и дар вечной жизни. Пожалуйста, поспешите принять Иисуса Христа в свое сердце. Еще вчера дьявол говорил, Бога нет, а сегодня он по-другому уже обманывает. Сегодня дьявол говорит, ты еще успеешь, ты еще успеешь, ты еще успеешь. Но, друг дорогой, ты можешь опоздать, ты можешь опоздать. Сейчас мы споем песню, которая так и гласит, не опоздай, сын блудный. Пожалуйста, выслушав эту песню, под эти аккорды, ты сделай свой выбор. Приди навстречу Иисусу Христу, и Он простит тебя. Не опоздай, сын блудный, в дом твой родной приди. Ми молимося, брати, сестри, молимося, хай Дух Святий працює. Схиляємо голови всі, щиро молимося. Серця сам любить.